Все, пошел. Теперь тоже офлайн плеер. Так, подожди-ка. У меня тоже офлайн почему-то. Это баг. То есть ты обнови пару раз, и все будет хорошо. Не, да, я обновляю. Ну, то есть я имею в виду, что сейчас людей понимаю. У меня идет стрим. Вот у меня сейчас стрим идет. Да? Да, я нажал плеер, все идет. Картинка, звук. Все прет. Хитрая тема. Очень. Может быть, ну он же там с какой-то затяжкой запускается. То есть не сразу. В любом случае все пишется, так что у нас все ходы записаны, как говорится. Неприятно, что, конечно, не все видят. Да. А так, в общем, стал согласен. Ну да, на ГГ пока не отображается. Но это баг совни там. Стоп-старт еще раз не хочешь сделать? Не-не-не-не, все, это 100%. У меня и на СК2ТВ пошел, и на ГГ пошел, в обоих плеерах. А, все, пошел, да, так что... Да, все, пошел. Ну вот видишь, люди дезориентируют, потом обижаются. Не, все, пошел, да, точно. Ты прав. Ну погнали, зачатик, да? Задержка все просто. Новая клавиатура, помнишь, я тебе рассказывал о проблемах. Я все-таки ее выкинул. Поставил новую, сейчас посмотрим, насколько быстро от ней привык. Ну, PS пополам просто, это своеобразное. Ну, это атавизм, скажем так. Он уже не актуален. Все-таки USB-разъем, он более универсальный. И менее подвержен всяким страшным событиям. Например, из... Хаотическое выдергивание клавиатуры, ничего не делаем. Ну, у меня тоже как бы до сих пор клава PS пополам. Вот, покупал ее за 200 рублей из расчета, что... Ну, то есть она обычная клавиатура, у которых миллион, но на ней все и самое нужное есть. То есть она как вот эти 3G механические, только обычная, 200 рублей стоит. И покупал из расчета лет 7 назад, что... Если она сломается, я без вопросов куплю себе новую, но до сих пор пашет, хотя и кнопки вылетали, и что только я не делал. Ух, ты не хочешь какой-нибудь новый аккаунт начать? Ну, чтобы нам не давали сразу страшных и злых раджей. Да зачем? Сразу, ты же размялся в компании. А, да, я последней да. Миссии. Слушай, ну там нереально, там просто там контролить невозможно в последней миссии, учитывая, что я еще не расовый эльф, поэтому мне. Да блин, отвалите со своими звонками. Я занят. Позвоните попозже. Ты занят орком и эльфом. Я занят, меня тут да. Меня харасят. На низинах. Сейчас тебя будут харасить. Йопс туда и так. Нам надо быструю игру здесь играть, нам никак не выиграть. О, я еще Undead. Ну, в общем, давай. Давай застраивать. Я... Есть мысль тебе. Застраивать. Да. Мы не застроим. Мне не с чем застраивать вначале. Я как бы Undead. Давай ты возьмешь гульного товарища. Какого-нибудь. Кого? Ну, через гули попробуем. Хорошо. Ну, в смысле, через... а я в гули и буду. Через Red Lord вам послипим. У меня, смотри, подружаем. Я как бы твое предложение мы сейчас обсудим. У меня есть другое предложение. Между нами поставить экспантия. То есть они ждут, когда ты будешь вот эту точку крепить и прибегут туда. Да, я ее крепить не буду, соответственно. А мы можем убежать вот сюда. Я помогу тебе закрепить. Сам пойду в поздних пауков. Ну, понимаешь, да, о чем я? Да. Ну то есть ранний герой, поздние пауки. И, то есть базу постараюсь застроить, так чтобы они мне немного проблем доставили. Ну, то есть парные. И тебе помогу закрепить экспанты и будем играть от экспанта. То что. Что-то мне подсказывает, что мы их не застроим. А что тебе это подсказывает? Скажи мне, пожалуйста. Поделись потому что печалью. Вообще билдодер через ранние алтари, это значит, что у меня гулей будет, ну, 4 штуки максимум. Это условие, что надо одного еще на дерево оставить. Это значит, что мы очень маловероятно их застроим. Учитывая то, что там один эльф, и моноберните он будет. И, ну то есть гули жить не будут абсолютно. Мне надо будет форсированно брать кол. О, видишь, тем более тут агрессивный крипинг вот такой. Можно будет наказать товарищ. Вот вопрос, наказывать или тебе... Так, что я делаю? Сейчас через зеленую иду сначала. Я думаю, сразу сможешь побежать, нет? Ну, могу, конечно, попробовать. Я просто никогда не пробовал сразу.
Ну вот самое время попробовать в боевой обстановке. Такой крипинг. Тут эльф. Эльф меня разведал. А, эльф не будет крепить свою точку, он боится. Пойдем, я помогу тебе, да, бежим. Побежали. Жду приказания. Так, здесь так, здесь так. Да, беги, 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 беги. И Банивур побежал, побежал Банивур. Да, я думаю, это неплохое решение. Я убью виспа, ты начинай крепить. А, он вообще дурной. Не, он не... Эльф испугался моего, моей разведки и не крипит. Давай, давай, я помогу. Все нормально, орк сейчас прибежит. Нет, да свет есть, да нормально, это хорошее решение. Сейчас, вот орк сейчас пока его не будет здесь, конечно. Но вот скоро он прибежит. Вот синего бамбра я просвечу. Тут тир пошел. Тихо, готов? Да, готов. Взял, 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 взял. Готов, но это вот ты не добил. Есть что? Сколько у тебя не хватает? Да. На нычку? А, да. Ну, сколько есть чего? Чуть-чуть. Давай, БМ. Ну, в смысле, бей в кого-нибудь, пофиг. Ага, это хорошая мысль. Просто бей, бей, бей. Этим таймер там, я не знаю. Сколько не хватает? Говори быстрее. А, так, да сейчас, по соточке кинь. Не хватает. Сейчас все будет. Соточка. Слушай, ну мы здесь как-то закрепились даже как-то. Всё, давай, я давай, ставлю, давай. Ставлю. Я тебя да. запускаю тогда. Нужна моя помощь. Чего? Ну же, приказывай. Давай, давай крипся. Не смотри на меня, крипс. Орка что тут? Да. Все, да пух чувствую, сейчас будет раздавать. Нет, у меня пока гули, ты крипси только, пожалуйста. Я только и делаю в этой жизни, что криплюсь. Просто даже маленькие точки, но крипси. О, все пошло. О, у тебя еще лесопилку. Ты, походу, тренировался. Конечно. Давай, давай, вон орк на базе, видишь? Орк на базе, сейчас обниму хил, отлично. Ну, значит, так, что дальше? Я криплю еще что-нибудь. Крипси, вот эту желтую. И главное, постоянно строй рабов, что-нибудь строй вообще. Просто строй юнитов. Да, господин. Если тебе что-то нужно, сразу говори, не мешкай. Ферма в данном случае. В данном случае мне нужна ферма. Построишь? Да, господин. Да, я. Ладно, справимся, справимся. Прибежали, пацаны? Ты крепишься, я хорошо, все, просто. Эльф сейчас тоже будет крепиться. Так что, как бы... Гадалки не ходи. Отлично, отлично. Давай, давай, давай. Ты ментов вот так лучше, ну то есть не трать, потому что тебе тоже как бы течь в перспективе надо запускать. Ну как бы ну, я продолжаю понимаю, крипиться, да, так агрессивно. Да, 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 ты просто крип, что можешь. Да. Здесь нельзя строить, нужна моя помощь. Крипим точку арка. Ой, или чью там. Ну, ты вот здесь. Будь аккуратен, он может сейчас кому-то прийти. С блейдом 4 гранта. К тебе, да? Что вам угодно? Ну, в мою приказать? Сторону, да. В твою да, сторону. Ну же, приказывайте. Да, что вам угодно? Да, ваш броди. Нужна моя помощь? Нормально, я готов здесь отбиваться. А, давай. Чем? Ульфа минус много виспов. Ну же, приказывайте. Не хватает. Очень много. Ах ты, гора, зараза. Последний этот юзанул. Нормально, нормально. Так, я начинаю тебя фидить, мой друг. Да? Соточку дерева, если дашь, то... Держи, все, все. Не хватает дерева. Держи, держи. Что прикажешь? Да. Оп, оп. Что вам угодно? Ну же, прикажешь. Все, отлично, Т2 пошел. Что вам угодно? Ставим по башне, идем дальше. Да, давай, давай, давай. Ты там пока держишься, да? Да, 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 держусь, все нормально. Ну же, приказывайте. Так, здесь у нас висп. Да. Ну же, приказывайте. Как скажете? Да. Так, меня там застраивают, кажется, да? Нужна моя помощь. Да, вон, там что-то строится. Фигня, я развед. Ты крипся, крипся, резака покупай там. И будь готов сейчас это.
Драт. Смотри аккуратненько. Пошли, ну в общем. ТП есть? Резака покупает. Купил, ТП купил. Делаю. Все, молодец. Да, там застройка будет. Давай, давай, тогда помогай. Я уже у тебя. Отлично! Винтов призываешь? Ну, не совсем пока. УДХ это фигня, как называется. Колба плюс 500, поэтому ты там особо его не фокуси. Я не фокушу. Я лошара, отдал героя. Пофиг. Ты там живешь, нет? Да, у меня третий архимаг. Отлично. У так. Меня минус все, но пофиг. Отходим, отходим. Да, Эри. Давай под башней, вторая грейдится, здесь ставим агас. Все отлично. Так, нага здесь ушла. Так, ты постоянно что-нибудь строишь, да, 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 масонри, масонри делай. Так, Вильямов так просто не спускаем на шахт, основная сила, так сказать. Так, мои гулей слил, да, не нравится ты им. Бонечку, да, уходим, уходим. А, где он? Где он? Я не вижу его. Я ж тебе сказал, забили. Так, ладно, собрались, собрались. Много. Давай, чинить вышку, готовься. Вторая вышка готова. Чинить ее, готовься. Готовлюсь. Резака отходим чуть-чуть назад. Резак, что стоит? Резак пусть дерется. А, чини резака тоже. Слушай, ну чё ж такое-то? Такие скорости нам дают, а? Пацаны. Да все нормально, ты главное это футов не отдавай, вот так вот, просто отходи и готовься чинить сейчас все. Все нормально, ну так как бы тяжело. Так, Блэдмастер без маны. Лизак здесь сражается. Блэдмастер без маны. Так, ладно. Ну здесь обороняемся, подстраивай, что можешь пока. Mm-hmm. Ну то есть понимаешь, да? Что-нибудь там. Да, неудачно герой отдал, конечно. Да. Вводим резака. Грейд, вышки. Чини резака, нанимай второго резака. Еще магаз, магаз тебе почини. Да. Так, я же там не докрепился просто. Держимся, держимся! Да, все, держимся. Хорошо. Да. Да. Так, больше. Мама, не слишком так, у меня с деревом проблемы на самом деле. Да? Ну ты рабов строй. Строим, строим. Да. Я тебе кинул все, что было. Угу. Вышел архимаг. Отлично. Согласен. Это очень хорошо, на самом деле. Да. Давай, давай, фокусим вот это. Вот этого как. Уродца. Демон. Да, он ТП нажал. Не скоординирован, они действуют. Да елки-палки. Ну как, подходит. И пошли первые эти. Спеллбрейкеры с орбитом. Давай. Я там на отлете. Чини это. Бонч архимага отдашь сейчас. Не-не, у меня там полный набор. Да, юного скаута. Ну же, приказывайте. Смотри сам. Я предупреждаю, если что. Уходим, уходим. Но они будут все вкладывать в эту атаку, поэтому ты вышки строй, рабов строй. Кузница, у тебя вон место для кузницы есть. Нормально, сейчас они, с маркирами вот, будут они без экспанда будут играть и все будет в эту атаку план. Эх, заливочку бы еще, заливочку, так у тебя. Ты бы купи дирижабль или архимагом не убегай. У меня там не закреплено в итоге. А сколько там не закреплено?
тебе в любом случае дирижабль нужен, извините, перебрать. У тебя МК идет на отдачу. Да. Так. Ладно. МК тогда сам. Ты там не забывай меня фидить, все такое. На. Какая-то дешевая, конечно, тема. Ладно, поехали. Подожди, подожди. Эй, подожди, а как отменилось? Я же строил. Что ты строил? Как так-то? Да мортирницу строил. Мортирницу строил, представляешь? Да, да. Так от меня этим резаком вот две строящиеся вот эти. Блин, пойдут мортиры, будет попроще. Держись, ДК! Да, вот несколько ошибок. Чини вышки-то, Бойнич. Несколько ошибок. Он не просто фокусит героя. Грейт вышки, резак, ну то есть резака отводи. Отводим, отводим. Ну же, золото, золото не пошло. Да. Так, все нормально, нормально. Да будет, да. Минус ну, надри отряд. Да нет, ну конечно не нормально, но будет пошли мортиры. Да блин, я не знаю, почему ты отменил мортирницу, такой бред. Ну бывает. Ты... Ладно, по-моему, понятно. Так, 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 отходи. Так. Что? Будет что, ТМК? Больно? А чё, МК пусть закрепит с ментами вот ту точку, как искать. Эй, блин, ну почему нас заставляют... Так, я случайно его в группу взял, здесь так, здесь пошли первые мортиры. Ты давай, Бонни, чини только вышки, я сейчас подойду. Сейчас у меня ДК воскреснет, я подойду. Потому что у меня армия разделена, сейчас сколько могу из... Чего? Опять работа? Да они тоже особо там не стараются. Так, ладно. Магазин где-нибудь вот здесь воткни. Вот видишь, где у тебя архимаг стоит, воткни там магазин. Куда ты, родной? Назад. Так, две мортиры. Куда? Назад. Куда? Я только успеваю сказать своим. Куда назад, куда назад. Так. Есть деньги? Сколько-нибудь кинь, пожалуйста, я-то пойдем. Подходи только к Архимагу. Или... Блин, в 18 местах очень трудно что-то делать. Ну я понимаю, да, но тут такая ситуация. Да, тут такая ситуация. Наконец-то! Пришла подкрепулечка. Мартирочки, давай, 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 давай. Надо. Архимаг в это время закреп... Этот, МК закрепился. Нормально. Стоим, стоим. Только осталось чинить. Мортиры мочат. Покупаем дирижабль. Покупаем резака. Нет, покупаем дирижабль. Стоим, сейчас МК подойдет. Сейчас МК подойдет. Выступаю немедленно. Ну, я пошел. Стоим, стоим, стоим. Разносим. Давай, давай, есть? У меня есть, да. Сейчас МК подойдет. Да ёлки-палки. Я задастил это, убиваем дурака. В фокусе всеми, кем можно. Бойнича. Подожди, я в другом месте просто контролил. Стоим, а, ну стоим. Я так и понял, тут минус 2 сейчас героя. Сейчас МК, МК. Минус 1. Давай, выходим. Уходим, уходим. Деремся. Давай. Кидаем болт. Давай, а кидай же ты болт, родной. Ну зачем с хата? Слоу чё нет? Да, слоу вот, на медведя. Что вам угодно? Да нафиг этот цеха, Бойнич. Ну блин, я говорю на медведя. Быстрее. Есть еще молот? Да, есть? Да-да-да. Всё. Сейчас окружу. Тихо. Давай.
Огружай! Да, все огружай нормально. Его! Он убьет, он умрет, он умрет, все равно. Хорошо. Моя помощь? Чем я могу помочь? Ну что, выдержали? Все, вон у тебя 50 лимита на нычке стоишь. Давай, работай. Вижу, вижу, эту катаклизму мы пережили. Давай. А, отлично! Все, сражаемся. Так, вот дерево. Не все отлично, но как бы. Сейчас более менее. Давай, крепится. Там минус 2 героя. А вам бы еще и БМа забрали, если бы с 10 местах на контроле. Контрольщик. Давай, я нанимаю этого тролля берсерка. Ну все, видишь, мартыры затащили. У тебя МК сейчас третий будет. Ландик Марн Стиминг. Что? Сейчас тогда нападем, да? Ну что же, чем проблема? Как ты сможешь найти? Давай закрепим магазин. Давай, магазин там. Да, там будет ТП. А, вон магия. Кольцо употребляет ему. Ну, что там? МК, он же стоп. Ладно, я буду. Я инвул только себе здесь купил. Так, мы здесь, а мы здесь затаримся по полной программе, на самом деле. И нападаем на орка один, да? Ты как смотришь? Да. Так, ну все, раз ты согласен, на, держите мантию, мне она нужна. Я вот книжку интеллект. Robo the Magic тоже бери. Отлично. Все, давай вот это крипся, я сейчас приду. Вот это здесь крипим и на орка идем, все. Идет? Да. Все отлично, договорились. Фух, как мы отбились-то, а? Да подожди, ты, мы еще не отбились. А, там у них что-то есть, они что-то там закреплены уже. Конечно. Я бы еще на Blizzard переучился. Да забей, у них нет, ну как бы, лемма нормально. Просто для Blizzard нужна позиция, но я боюсь, ее у нас не будет, и мы как бы проиграем из-за него. Так что давай я просто... Все, так купили. Давай лучше мерков наймем. Есть у тебя деньги? У меня просто... Да, давай. Все, давай, каких-нибудь покупай. Только не тролля лекаря. Ну, все, а, ферма, пойдем. Блин, ферма. А, пофиг, ладно. Значит, не судьба. Пойдем. Нет, построилась. На, не лежит. Давай, покупай кого можешь. Все, поехали. Да, пойдем. Готовимся. Слоу тоже купи, гонщик. Слоу? Да. А у меня же 2 сорки, нормально. А, тут больше ты не хочешь. Поехали. Давай магаз срубаем. Окей. Чего хочешь, зай? Ох ты ж, ёжики. Чем я могу помочь? Ситочек, раз. Что вам угодно? Ну, хорошо смеется, да, а там нормально тащим. Берем. МК в самом эпицентре. Берем, дай-ка пройду, не. Я, держи, дыхай. Ой, поушен. Нет, не успел. Ты не стал меня пропускать, поэтому я так рассчитывал. Но нам в любом случае надо драться. То есть как бы хочешь, не хочешь. Так, под рядом пропустим. Да. Стоим. Точнее, не стоим, а волк медведя. Чего? Архимаг. Ну что же, так, понятно. Вот сейчас ДХ тут умрет. Немножко. Давай лучше вон этого дурака. Дурака. На 4 кулака. Так. Есть что-нибудь? Да, гол по наге. Да, ты раз. Самую бесполезную цель выбираешь, которую нагло такую. Давай, а мы сейчас тут уже все. Держись рядом со мной. Да подожди, у меня 22 лимита, как бы. Понимаю, конечно, твой настрой делай. Давай, вот ты рядом со мной поставишь. Окей, стоим. Вот, давай сыха. Попу, давай, го, все. Красава, вот вил, что ты сделал? Ну же, приказ. Ну что же, блин, молочек. Ну не, опять не разберем. Готов молот тебя? Да, в ДК. А, нет, мне надо самонабернуть. Сзади меня убивали, контроль так. Давай, молот. Болт, Блейда. Да. У меня один этот. Минус. Как это сказать? У меня дестрой же 9 хп, больше ничего нет. Это хорошо. На тебе много денег. Да это не очень хорошо. Давай, бонус. Ну я буду помогать тебе.
ТП будешь нажать? Да. Я думаю, что-то... Что надо, надо нажать ТП. Так, 22 лимита. Ну давай там отвлечься. Чем могу помочь? Да, чем я могу помочь? Кто-нибудь ранен? В чем проблема? Адской замес. Кончились рудники. Ну давай это дальше. Да. Котик. Чего хочешь? Проверим. Ну тут тоже. Так. Светани вот эту бонч, пожалуйста, я не хочу деньги тратить, то у меня и так 340. Да, туда идем, да? Чего хочешь? А там только один висп. Можем подождать моего лича, пока он появится. Да не, пофиг, пойдем, да? Да, пойдем, пойдем. У тебя все там есть, нормально? У тебя 6 архимаг, а ты 3 ауру взял, да? Да, 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 но 3 ауру может быть здесь полезнее будет. Да. Пойдем. Застроим эту нычку и там поставим свой экспант. Как ее такой план? Я ментов беру. Давай, давай. Правда, у меня ТП нету. Ну что же, да, у тебя вообще нет ТП. Давай, ладно, я куплю инву на последний день. Все, 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 го. Ну ты будешь тащить. Пойдем, пойдем, идешь, да? Да. Потом уже никто не скажет, ты не тащишь, как бы тут все очевидно. У меня 22 лимита всю игру. Так. Пойдем. А, ну два, бомба нормально. Чё-то ты долго идешь. Я уже пришел. А, вот они, мои менты. Я думал, где они ходят? Я боюсь без тебя, мальчик. У меня два гуля, два бомба. Не бойся, я с тобой. Тебе это смешно, у меня вообще нет. Как бы сам понимаешь, армия не очень. Так, минус мартирка. А, у Ульфа очень мало всего. Давай развернись, я пытаюсь спасти ее. Вау, все. Давай, давай, отберемся. Так, подожди. Мартир отведи назад сразу. Там почти нет ничего никакого. Так, архимага. Просто как просто контролить героя. Блин, не удачи. Беремся, беремся. Блин, МК! Красава, понял, вот это красава. Только не выдели, выйди его из группы. Да, 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 да. Все, 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 давай, давай, давай. Чего хочешь, да? Да будет. Давай, давай, красавчик, Бонч. Тебе нужна моя помощь? Разносим! Пойдем. Нужна моя помощь? Пошли к Эльфу. О, тут адская заруба. Да пусть рабы, с рабами месяца, все по-честному. Давай. Ну же, приказывайте. Давай, пойдем, пойдем. Хаб, хаб поубитый. Здесь нельзя строить. Хорошо. Нужна моя помощь? Так, собрались, собрались. Давай, есть что-нибудь? Что вам угодно? Так, аккуратненько, пожалуйста, пожалуйста, выживи. Что ты очкуешь-то? Победа! Ну вот и... Пух, у меня все время с тобой какие-то игры получаются, где меня вламывают, ну, по полной, заставляют контролить, как никогда не контролил. Ну вот видишь. Не знаю, как мы вытаскиваем. Как вытаскиваем? Ты вытаскиваешь, я так сбоку припёк. Да 22 лимит, серьёзно тебе говорю, 22 лимита всю игру. МК, конечно, красиво ушел, да? Да, но только такой... в 2 на 2 в баше нет смысла, если честно. Да, потому да, что ну, чем больше юнитов вокруг, тем эффективнее клап, понимаешь, да, сам? Да, 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 да. Но с другой стороны, меня сосали ману с такой скоростью, что... Что ты понимаешь? Ну да. Ну видишь, зато потренировался. Ну все, давай, что да, на давай, позитивной дальше, волне. Жмем, жмем, пацанов. Так, приглашаем. Ну и по-моему, опять же, я не знаю, надо смотреть, наблюдать, но без музыки и с контакта. У меня с пингом поприятнее все. Вот я не знаю, влияет ли это или нет. Выигрывал с пингом поприятнее, да? Да нет, ну ты заметь, что я не жаловался на пинг вообще, даже когда нас тут жали, пожалуйста. Да, вот ты контрол в 10 местах, еще бы ты где-то жаловался, не успевал. Мне некогда, да. Слишком большой мультитаскинг, так что... Так, надо одеть маечку победную, сейчас я приду. Подожди мне, а, давай, давай.
все в победной маечке. Слушай, у нас в Ростове идет снег, как это ни странно, для южного города в конце марта, но у нас поливает жесткий сноу, причем я не знаю, как... Там причем попросили... Да-да-да, но тут бывает, у нас нет снега, но холодно. Ну, в смысле, не падает, но просто холодно. Так что, слушай, ты не против, если я эльфом сыграю, а то меня в чате попросили... Ну, легко. Ладно, да. Боня, мужик Архимонду навалял. Да, я такой. Я сегодня его унизил. Морально и физически. Не, на самом деле, как-то действительно получилось странно. У меня в конце там пачка инферналов, которые должны были, по идее, были меня аннигилировать, они почему-то ушли курить. И я не знаю, как. Ну, такой. Ну, я ничего... Главное же результат. Да. Прошел миссию, все. Игра забудется, результат запомнится. То есть Боня убил Архимонда на харде. На потом харде. Вспомни, потом вспомнит только, как, что ты прошел кампанию на харде, а то, что там где-то что-то не записалось или не прошлось с первого раза, это уже никто не вспомнит. У нас здесь небольшой прогноз погоды. Екатеринбург. В Екатеринбурге дожди. В Ростове снежная пурга. Плюс 4. В общем, как-то печально. Может, да, и в прогнозе погоды работать, в принципе. Тебе не кажется, что происходит какой-то климатический сдвиг? Потому что на самом деле вот на юге я наблюдаю явление реально климатического сдвига по часовой стрелке. То есть по мне бы так уже подавно пора переименовать месяцы. Смысл в том, что вот чтобы декабрь был ноябрем. Потому что вот сейчас у нас декабрь, этот февраль, а по факту март. Может быть, просто мне сложно судить, потому что Москва не нормальный город, здесь всегда одно и то же. Ну, он то есть, рандома против здесь, нас. Здесь лето начинается там позже, весна позже, может быть, зимой минус 40, летом плюс 40, и так что не вдохнуть. Поэтому сложно. Ты видишь, там нам два рандома дали? Да? Угу, уже пора. Игра идет вовсю. У меня уже Т2. Да ладно. Ну ладно, после я пробустил. Я в принципе поверю, что я один выиграть. Я пробустил себе Т2. Ну что, какие идеи давай? Ну, поскольку мы с тобой на пару можем похарасить, и мы не знаем, кто там, вот в чем проблема. Мы не знаем, кто. Рандом, да я быстро разведу сейчас. Я могу вообще граундную разведку сделать вот сюда. Вот сюда и вот сюда. Давай. Сразу пойти. Наверное, от этого будем уже плясать. Я в любом случае не буду как-то аркадно крипиться, потому что это может быть орк-эльф. Да, и... хотя вот сюда-то можно. Кстати, сам бог велел, на самом деле. Будет очень полезно тебе. Ну, понимаешь, да? Не, я туда приду в любом случае. Просто вот отсюда, если ты начнешь, да, ты вот сюда уже потом не придешь. Тебе никто не даст. Недалековато от меня это замечательное место. Не-не-не, ну, я как бы ГВ люблю. О, хуман. Один хуман, и у него... У него все... О, у него какой-то у фаст... У него пауэр крипинг да, будет. Да-да-да. Ты бы его похарасил? Второго разведу. Сейчас увидим. Ну, конечно, я же эльф. Чистой воды эльф. Чистой воды. Давай-ка, знаешь, что сделаем. Ты вот сюда пойдешь, все уже. Хорошо. Чего? А не хватает... Это уже определено, да? Думаю, да. Ну окей, хорошо. А ну, если будешь... у тебя нет отражения, если хочешь, конечно, делай как хочешь. Я говорю просто, там два хумана, ну вот смотри. О-о-о, там какой-то сладенький, глянь, он немножко не отсылает, кого надо, куда надо. Так, ну что, ладно, пойдем крипиться, но... Учти, я тебя предупреждал, чем это может закончиться. Да-да-да, если ты ту нычку на темп закрепил... Эту-то фигню ты закрепишь в два счета. Там просто два чувака, которые стреляют ядом. И что? Они не доставляют удовольствия. Я как бы тоже на ГВ играл. Там, я знаю, там все нормально. Ты потянешь легко. Ну хорошо, раз ты сказал. Так, я что-то не вижу. Хумана, может... Что вам угодно? Вполне вероятно застройка, кстати. Да, не видишь. Вот, ну хорошо, что сюда пошел, видишь? Лему второго только вызывай, контроль, потом отдашка будет возможность. Так, тут Архимаг. О, хочешь тебя обратно? Да. Я голема добил. Хорош.
Там два архимага, там будет застройка, скорее всего. Но я с краю тогда в мастер один. Да, ну же, приказывайте. Ну что? Ты играешь стандартно, я... Нужна моя помощь? Посмотрю, что там будет делать. Первый пока на Т1. Опять работа? Да. Ну просто А клик тут что и все. Легко, ну, в принципе, играть потихому. Да? Чего? Хорошо. Да. Давай. Я там ферму воткну на случай, если тебе вдруг понадобятся всякие тролли. Нужна моя помощь. Что вам угодно? Да, ваш вроде. Что прикажу? Да. Блин, что-то тут мне не нравится. Всех испов, парни, все знают. Нравится мне эти парни, но... Так, какой там фонтан? Так, у нас тут архимаг. Да, 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 вижу. Да не надо, не надо, ты крипси, я. Там походу жизни фонтан. Так что потом это вернешься. Да, они крипят фонтан. О, я иду, помогу. Да, господин. Ну, я кликнул эту ВМ. Сейчас. Так, мы контролим. Па, мы контролим, мы контролим. Ух! Ну понятно. Да, или героя, ладно, мы тут. Нажали на Т2. У тебя сейчас третий архимаг. Нужна моя помощь. Ты там их как-то там, отвлекаешь, да? Да. Я одного хумана отогнал. Отлично, у меня 3 АМ. У него 60 хп сейчас. Давай вот этого попробуем против. Да? Так, он тоже где-то 3 получил, кстати. Тир 2 у одного. Нет, он... Так, мне тут пришли харасить. Первый. У него не может быть 3-го боя. У одного первый, у второго второй. Все. Хорошо. Да. Что вам угодно? Как скажете, работа. Ну же, приказ. Ты, а чё тролля берсерк, ты наверное самый полезный? Что приказ? Даже я тут контролю в 8 местах. Ладно, я куплю. Купи, пожалуйста, да. А, не, у меня нет ничего. В смысле, мануэлла. Что вам угодно? Там много хп архимага. Так что тебе придется купить. Что вам угодно? Купил. Много хп архимага не видел? Да, 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 он там запаренный хп. Нужна моя. Так, а мне-то что уже крепится? Я, наверное, пойду разводить, развлекать. Да это у меня-то уже третий. Чего? Хорошо. Что вам угодно? Кстати, да, можем так и сделать. Пойдем. У меня-то два уже. Правильное рассуждение, в принципе. Да. Сапожки есть? Давай, может, вместе какого-нибудь хумана развлечем. Ты как раз туда идешь. Я бегу уже вот сюда. Да будет. Там, тем более... Да. Плохая застройка. Ну, да, вот это. А я к этому. К этому идем, да? Ну давай, давай, вдвоем тогда. А вот они. Окей, да пофиг. Окей, можешь окей. Отвлекать, кстати. Да тут их нормально, тролля, кстати. Контроль. Да, контролим, тра-ля-ля. Да. Много хуманов, там кузница, а скорее всего, будут рифлы. Нужна моя помощь. Ну, панду тогда берем. Да, господин. Да, да мы оба возьмем панду. Да. Так, тут нашего тролля бьют. Ну же, приказывай. Да, да, да. Рабов что просто месяц. Да, ваше сельство! Да. Откружил демона. Что приказывало? Нужна моя помощь. Что вам угодно? Что, минус все рабы? Так, у меня здесь почти. Да, тут у хумана минус все рабы. Ну видишь, вот опять, ты прям сегодня вообще. Ты тренировался, пока мы. Ну, да играли. Не то слово, я. Не, стопудово. Ну видишь, я, например, хотел какую-то фигню делать. Ты можешь похарасить и минус все рабы, то есть. Как бы игра не сложилась, это уже. Давай только отойдем. Может ТП? Или отойдем? Ну, вот, я смогу отойти, ты как бы, если хочешь, я имею в виду любого рода отступления. Если у тебя это будет. Да будет. ТП, это будет. Так, панду берем. А ты, кстати, тоже уйдешь через верх, гонишь. Да, зачем да, ты да, так, я топ? Пытаюсь, зачем но... так топ? Согласен. Ладно, выходим через. Ну ты хотел ТП все равно. Просто мог уйти через верх, ты понимаешь, да? Просто у него ж там дырка. Байден. Так, закупились. Там одному хуману очень плохо. Правда, я не знаю, что, во что играет второй. Это не очень хорошо, да? Давай я, наверное, пойду в Т3 на итог. Я бы пока не стал ничего делать, потому что...
Опять работает? Они идут ко мне. Что это контратака, это значит надо нанять, наверное, много мерков. Что вам угодно? Хотя не, ну смотри сам вообще. Да. Я тут дряд строю по-любому. Хорошо. Что вам угодно? Так, сапожки панди. Это панди. Так, ты разведай вот эту хуну, куда что он там идет. Они тут у меня оба. Я бегу к тебе, а панды тогда развлеку. Так, о, отходи, отходи, Бонч, отходи под вышку, строй пристрел 40 и давай это. Нужна моя помощь? Что вам угодно? Так, магаз там убивают. Нужна моя помощь? Закупись там, вышка, да, контроль да. По архимагам. Что вам угодно? Не дай себе засохнуть. Еще одно дыхание. Давай атакую. Нужна моя помощь? Ну, качество много маны. Дышим. Отходи, отходи. Будем разводить тендрану вот так. И големчика спаси. Мухи тендранить, ладно, Бонч? Уж пока нет дряд, там все такое. Хоть как кружить панду, панда уходит под слоу. Разворачивается, дышит. Да, 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 да. Сдувает несколько чуваков. А че ментов ты вызываешь? У тебя мозг как рабов, Бонч. Давай, старайся. Химак делает ТП. Ну, отлично, отлично, минус пала, супер! Давай хит раним, у нас как бы мобильная. Кто-нибудь раним? Ну же, приказывай. Что вам угодно? Давай, нормально все. Ну же, приказывай. У меня панда второй левел получил на этом. А, я Т3 не нажал, думаю, что да такое? Пофиг, и слава богу, если бы нажал Т3, мы бы уже умерли. Не дай себе засохнуть. Чем могу помочь? Стоим. Чего хочешь, зайка? Да, ваш вроде. Магаз меня сбили, конечно, но... Ты как там, держишься? В смысле держусь? Я Т3 запустил. Хорош. Меня-то особо не карать. Я, наверное, футменов штампую, потому что там очень много столбрейкеров. Тебе нужна моя помощь? Что вам угодно? Да, чем я могу помочь? Да. Я вообще тебе доверяю полностью. ТП нет. Превосходно. Будет исполнено. Не остаться, конечно. Тебе нужна моя помощь? В чем проблема? Главное тут не остаться. Нужна моя помощь? Чем я могу помочь? Будет исполнено. Так, они на фонтане все. Да, я вижу, я что-то тут дерусь. Давай, давай, я подхожу. Панда подходит, дышит. Давай, давай. Подходит. Красава. Давай, давай, бьем. Ну-ка. Ах, окружили архимага, кстати. Мы тут не убиваем этого эма. Не-не, и, ты успеем. И успеем, успеем, да. Успеешь. Все, красава. Отлично! У-ху-ху! Да ладно, я опять на первом месте. Что-то не... Конечно. Нет, мне кажется, ты за меня контролишь. Ну, иногда немного. Не важно. Так, ну что, мы начали как-то за здравие. Это радует, надо закрепить. Давай быстренько сейчас обратимся в СМС-чат, хотел сказать. Да, давай. Какие-то капслокеры. Это не мы, наверное. Красавцы, спасибо. Спасибо, спасибо. Низкий поклон. Silent Hill когда? Silent Hill вечером, но не этим. Друзья, еще раз, я переезжаю. У меня такая встала проблема, я снимал квартиру. Можно я кину понты, Пух? Конечно, я как бы здесь причем кидаю, конечно. Да, и короче, я снимаю квартиру чисто в центре города, такая классная квартира была, но до тех пор, пока ее не решили продавать. И вот мне нужно за ближайшую неделю переехать. Я уже подобрал другую квартиру. Она в абсолютно новом доме. Я так полагаю, что по соседству поселятся дятлы. Ну, ты понимаешь, да? Люди, которые любят посверлить, поработать перфоратором. И я не знаю, что там с интернетом в этом доме. То есть я видел там только интернет Билайн. Ни один из других наших провайдеров туда не добрался. Поэтому пес его знает, как оно пойдет. Вот, и поэтому я не знаю, когда будет следующий стрим.
ввиду описанных мной выше событий. Вот такие, такие дела, такие истории. Это был последний стрим, да, это был последний стрим компании Rock. Следующая тема TFT. Так, ну что, игра? Запускаем? Приглашаем? Как скажешь, если ты там закончил, как говоришь, кидать понты, то go-go играть. Да, да, я закончил. Ну все, эльф, я думаю, да, рандом нормально. Все, эльфом сыграл по заказу. Вообще, страт можно много разных придумывать, конечно, самых. Ну карты, вот большие карты, они не предполагают там какого-то креатива, потому что ну все-таки макро, в макро игре, например, у Хумана Архимаг МК Пала, это незаменимая связка. Ну понятно, что по ситуации там панды иногда берутся, вот в таком случае, когда нас там прессовали Хараси, но в целом на больших картах надо играть в макро, а в макро у Хумана довольно-таки однообразно. Правильно? Ну там, найты, мортиры, присты, инерфайр, картеч, три героя. Контроль. Ну, есть какая-то правда в твоих словах, но я все-таки считаю, что на больших картах проще нам играть с тобой, потому что больше вероятность, что оппонент совершит ошибку. Знаешь, когда против нас играют агрессивно... Orc Undead! Я предлагаю через нейтрального... Предлагаешь через нейтрального? Ну, как скажешь. Парни, мне выпал вторая лучшая раса в игре. Давайте отпишитесь. Несмотря на то, что это 2 на 2, не соло, скажите, может быть, кому-то интересен фарсир в 2 на 2. Или ты хотел, чтобы я тоже нейтрального взял? Я лично буду играть через Даркрейнджерку Нагу. Помнишь, наши старые любимые рифлы? Не, вряд ли этот со мной ты играл в такую... Дарк Рейнджер Канага, вспоминай, как когда ты называл меня королем рифлов. Я? Да. А, Рифл Кинг? А, ну да, может быть, один разок было такое. На ТР? Да, 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 кажется. Ну, в общем, да, в любом случае... Может, одна игра была. Играем через массы, через хороший фокус. Undead и Orc это такие ребята. Тем более Дарк Рейнджерка, опять же, против Undead хороша тем, что ее не зафокусят сразу. Там пишут Тинкера, Торена, Чифтена, парни, в общем, по-моему, все равно потом будут писать, что мы крабы лузаем. Но я не знаю, как говорить с такими героями. Тинкер, ТЧ. Ну ладно, ТЧ, так ТЧ. Тинкер, это уж, конечно, совсем. Не хватает дерева. Нагу первый, парни там вообще с ума сходит. Нагу первый, представляешь, за орка. Да, классно. Такая, та, брутальная раса и такая нага сопля бегает и отдается. Не, я думаю, что первая нага это уже совсем для, ага, для мега-экстремалов. Да, 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 да. Я готов. Мазохистов, я бы сказал. А вот, ну, единственное слабое место у первой Даркрейнджерки в том, что она должна прокрититься для начала. Ну да, и мне тоже надо прокрититься, поэтому я буду твои точки крепить. В общем, будет честная борьба за точки. Да ладно, шучу. Прикинь, они удивятся, когда увидят, что мы с тобой друг друга валим вместо крипинга. Да. Ладно, может ТЧ на Харасе хороший, я не знаю. Сейчас проверим. Там Orc Undead, да? Да, там Orc Undead. Ладно, у меня будет ТЧ на Харасе. Хотя не, если мы вначале прокрепились. Сколько смогу. Свою точку закреплю, а там посмотрим. Так, Даркрейнджерка пошла. Иду. Где брат? Так, там два барака, что ли, надо играть или нет? Ты не помнишь? Укажи цель. А, сори, по этому... Гранты рифлы. Сыграем, может, гранты рифлы? Да. Не, не хочешь? Гранты рифлы? Так, ну давай, давай. Не, в смысле, я на тир 1, мы просто по 50 лимита где-то настроим, закрепим магаз, хотя бы один, получим свитки. Давай. Ладно, мне на книжку опыта не проперло, желаю тебе удачи в этом, да? Да, да, да. Почему-то фокусят на его несчастного футмена, который ничего им не сделал, этим проклятым. Да, маленьких слабых сюда обижает. Да. А вот у меня с книжкой опыта все в порядке. Главное, чтобы сейчас не появился Блейдмастер. Даркрейнджерка. Берем выкачку жизни. Удачи и все.
Давай, так, может, вместе что-нибудь крепанем еще, а? Или я пошел? Да, боишься без меня. Сюда куда-нибудь. Кстати, сюда, можем экспанд, да, давай вот это. Не-не-не, давай, давай, я все-таки через зеленые точки, ты понимаешь, просто зеленые точки, они для Dark Ranger-ки. Укажи цель. Хлеб родной. Умри! Но он там тоже крепится. Понимаешь, да, это? Да. Ну. Нужно, если не можешь что-то изменить. Изменить отношения, да? Да, да, да. Ты угадал мой план. Так, я пойду посмотрю, что делают. О, Undead здесь. Как он себя чувствует? Все ли у него в порядке? Первый уровень. Ой-ой-ой, неудачный грант. Пойман в сетку. Не хватает дерева. Да ладно, как это дерево не хватает? Не шутите так со мной. Босс, центри варды. Постройте ферму. Укажи цель. Я готова. Бью без промаха. Без промедления. Хорошо, хорошо. Рада помочь. Нормально. Нет, нет, не того, не того, не того. Ах ты, елки-палки, скелета не сделал. Умри. Так что, нормально у тебя все? Да, все, все в порядке. О, они соединились, видишь? Поцаки. Я пойду еще прокреплю, тогда мой раз. Ой, глаз убили. Ты там это, ты там, там делай что-нибудь. Да, да. Рада помочь. Да, они ко мне идут. Как прикажешь. Бью без промаха. Отвлечешь их? Внимание. Да, конечно. Я готова. Я в базу, кстати, бегу. У меня третья дарка. Отлично. У них 2-1. А, нет, 2-2. 2-2, нормально. Они думают, что ты экс поставил. Идут проверять экспанд. Можем, кстати, подловить. Сейчас я уже точку возьму. Давай. Я пойду тогда попугаю. Да что такое, не могу понять. Он вот к тебе бегут. Видишь, да? Да, да, да. Что прикажи цель? Ты давай что? Только это. Ты можешь колбу, кстати, завязать вот так сразу. Приплынешь. Да, да, да. Я ТП. Ой, да, я здесь. Да, господин. Да. Хорошо. Нормально, очень хорошо, минус 2 паука. Уже твоя ТП окупилась. Сейчас грантов будем еще уничтожать. Давай я буду блочить, ты будешь бить. Чего? Хорошо. Идет? Угу. Давай. Тут у нас парень, смотри какой наглый. А ну давай, 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 давай. Я там с Эрем сражаюсь. Давай. Он там уже полумертвый. Да? Жалко, нет, нечем забить, парни. Чему есть? Стройка завершена. Давай, 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 стол. Ой, ой. Давай кружим. СХ. Да, кружим, окружим. Нет! Без промедления. Да что за. Да, сегодня не руки крюки. Ну что, убиваем? Да, я сейчас беру нагу. Чего? Я готов. Да. Можем убить. Вот сейчас прям. Потому что там тут два здания орка ставится. И ничего не будет. Все, пошли. Вперед. У Андеда минус 2 паука было, сейчас ему ТП придется завязать. Запущу тоже течь. И нага. Давай, там стампай. Магаз. Да, 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 магаз. Ты бей магаз, я бью производящий. А ТП-то у меня нету. И что? Будем драться здесь до посинения. Ты только давай строй. Там ТП, отходим, что? Строю, Бонит. Отхожу. Строю и отхожу. Давай! Там лич, ну фиг знает, что, будем драться? Давай может, отойдем, давай отойдем. У меня просто ТП нет, мне как-то тоже. Ну просто нам придется принимать сейчас за хексит, за подловит, нам придется драться. Да если что, принимаем, давай. Готов? Да, да. Я готова. Давай. Я уже здесь. Давай, ТЦ. Трейнлайф на Д. Ой, ТЦ, господи. Отлично, тут ты телепорт. Ну все. Ой, мы его убили, как? Я готова. Давай еще. Давай, вот, ДК. Я финдов. Ладно, пофиг, я финдов. Я готова. Укажи цель.
Где враг? Просто вот, очень хорошо входит. Да, все, вышел из игры, парень. Победа. Отлично. Да что такое? Я не пойму. Что за фигня? Нет, это какой-то... Может быть, я какой-то баг включил? Какое-то сочетание клавиш, которое... Я не знаю. Просто я почему-то все время на первом месте. За счет чего? Я же вроде не убиваю. Там. Ну ты уничтожаешь. Я вот в этой игре был на последнем. Ну вот, понимаешь, вот так меня оценила система. Да не, шучу. На самом деле там... От многого зависит. Вот сейчас, например, все игроки на карте, кроме меня, были выше по технологиям. То есть на тир 2 уже или понимаешь, это все. Я понял, это тоже зависит, да? Ну, конечно, да. Короче, нычка и Т2, ну, массовые технологии решают, да? Да. То есть количество голды, убитых юнитов, собранных итемов, прокрепленных точек, все это учитывается. А ты, ну, сам видел, сколько ты там все забрал, пока я просто бегал, скажем так. Хорошо, что сейчас пишется. Так, минуту, сейчас подожди. Давай, ты давай. Можешь пока комменты почитаешь. Именно сейчас так. Сейчас я воды налью. Давай, давай. Ага. Я тоже, кстати, попиваю водичку. Всем привет, друзья. На Good Game и на СК2 ТВ идет прямая трансляция. Мы играем в Warcraft. Здесь Бонневур и Пух, 2 на 2. К сожалению, это последний мой стрим перед переездом. Глобальным, поэтому не знаю, когда будет следующий. Все будет зависеть от многих вещей. Нам пишут в прессе. О, Виви! Боже мой! Боже мой! Что за призраки? Виви! Ёпстудей! Привет, дружище! Нечего сказать, кроме как поздравляю с возвращением. 3 на 3, блин, да у нас это на самом деле уже стрим подходит к концу. Я в любом случае уверен, что мы поиграем обязательно. И 3 на 3, и 2 на 2. Неожиданно, конечно. Это, знаете, как человек, которого видел в детстве, вдруг появляется в твоей жизни. Да, все, кто помнит, есть такой олдскульный комментатор Виви, который когда-то вместе со мной начинали мы. Еще когда не было видеотрансляции на Good Game, мы комментили аудио. В режиме аудио записывали демки с аудиокомментариями. В общем, кому не влом, можете посмотреть эти винрарные темы в разделе аудио, кстати. Вот был Бонни и Виви. Да, которые вкратце. Круто. Мы так и не смогли с тобой, Виви, записать совместный коммент. Я думаю, мы теперь это исправим. Если ты возвращаешься по-серьезному. Если ты, ну, возвращаешься в стримерскую тему, то в любом случае обязательно и поиграем, и запишем. Я, кстати, видел, ты вчера стримил что-то типа Twisted Metal. У меня будет тебе пара вопросов, но, наверное, это не на стриме. Классная игра, кстати, Twisted Metal. Я думаю, тоже был бы очень веселый вариант был бы для стрима. Архимонда завалил? Да, завалил. Он плакал, звал маму, но я пинал его ногами до последнего, пока он не испустил свой архимондовский дух. Так, я снова здесь. Ну что, гоу-гоу? Да, гоу-гоу. Гоу-гоу, не то слово. Так, приглашаем. Да, возвращаются старые кадры. Это, конечно, это радует. Думаю. Я сам когда-то был в Инэктиве в долгом. Да, и ты, Пух, тоже, да, уходил. Мы как Карлсоны. Уходим, чтобы потом вернуться. Ты это, я думал, старый скилл возвращается, ты имел в виду. Нет, он не вернется, вот это в принципе, точно. Нет, в принципе, ну да, на самом деле, грустно. Ну что, здесь так. Нам сам Бог велел. Ай, эльфорк. Ну, нычка это, конечно, это... Не, ну если там, конечно, эльф не мастер какой-нибудь... Ой, у меня вторая лучшая раса в игре, нормально все. Эльфорк. Пух, согласен ставить нычку только в том случае, если ты будешь вместе со мной ее отбивать. Да, так и буду делать, конечно. И давай нам... Ты же думал, я тебя брошь. Не-не-не, я знаю, что ты своих не бросаешь. Это уже проверено. Так, я думаю, знаешь как, давай на упреждение, то есть если пойдут харасить, ну, чтобы мы знали об этом заранее. Кстати, придется, хотя могу и я скаут сделать, давай я сделаю, просто у тебя мент более быстрый, у меня-то пион, он хоть и жирный, но он долго ходит, а нам скорее тут важна инфа, более быстрая. То есть у тебя пион стайер, а у меня мент спринтер, да? Да, типа того. Так, на, держи контроль. Не, ну я отошлю-то на разведку, ладно, без вопросов.
просто, например, ты... А, хотя нет, здесь фирму не поставить. Ну ладно. Да, тут Блейдмастер будет без вариантов. Хорошо. Форсир, ну я тогда постараюсь. Там Висп минус форсир, потом пойдут дриады и вообще юзлес. Так. Так, тут ранний скаут, это значит, что у эльф, скорее всего, будет в масс играть. Поэтому... Ну или, по крайней мере, точно, по крайней мере, точно ханты. Так. Ну да, это значит, что у нас какое-то время будет поставить экспант. Но я сразу, да, буду, в смысле, чего? Сразу бегу ставить экспант вместе с тобой, правильно? Или или может, ну, может, да, может быть, ты похарасишь немножко, просто чтобы... Ну смотри, моменту, просто нам... потом не жалуйся, скажешь, что вот там все такое. Не-не-не, я буду стоически молчать. Ну ладно, вот гранта только возьми, на футмана ралли поинт. Чего хочешь? Как скажешь? Мы можем здесь виспа немножко убить. Да, тут ханты. Что прикажешь? Ханты, да. Да, ну я сейчас кое-что тут сделаю на базе виспа. Хорошо. Он побежит тебя, но я буду его харасить. Как скажешь? Я, короче, с тобой вместе буду бонч, потому что он побежит к тебе. Понял. Так, по скрипту. Я его задержал какое-то время. По скрипту крипнуть сначала эту точку. На, вот тебе магаз. Ну же, приказывайте. Ой, спасибо, что контролил мэна. Да, да, господин. Так, и... Хорошо. Что вам угодно? Так, вот виз битый. Бамс. Аккуратно. Ну же, приказывайте. Так. Будет исполнено. Не хватает моя помощь? Да. Что вам угодно? Так, посмотрим, что ворк делает. Нужна моя помощь? Ротоподъем! Да. Что прикажете? Так, поехали. Вам меня что не вам жал? Угодно? Отлично. Так, отлично. Еще грантов-то моих не берешь. Ой, я просто ладно, не привык. Все, так, все здесь давай. Здесь приход будет мастера. Да, да, да. Я сейчас бегу так. Назад. Будет исполнено. И этот тоже убежит. Дурачок. ДХ. Когти! А, я рукавицы всего лишь. Все аккуратно. Что вам угодно? Так, рабов строй везде, помнишь, ладно? Да, да, да. Ставим вышку. С непрерывом. До этого фута просто назад отведи, да и все. Я, да, ну он не смог. Он старался, но... Хорош, вот, могли. Ах, да, могли окружить. Будет исполнен. Если режут. На, он этот, подсвеченный. Рабов новых веди. Да. Нужна моя помощь? Давай, давай, окружили. Все, красава, бой. Ну же, приказывайте. Да, свидание, товарищ. Я пойду точку арка крепить, ладно? Да, 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 кинь соточку, давай. Леску. Леса? Вот, смотри, видишь, у тебя магаз на базе. Видишь, нет? Да, вижу, вижу. О, спасибо тебе, мой друг. Да, господин, чего? А, отлично, ну давай. После героя лучше лечи этим. Ты крипся, вот это крип там. Ну, то есть... Понимаешь, да? Сейчас я начну нычку ставить. Да, да. Все понимаю. А вот, вот я же говорил. Ну, я уже далеко, Бонч. Ты должен там сам пока отбиваться, ладно? Да, 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 все нормально. Я здесь ковыряюсь. Давай, давай. Да. Хорошо. Экспант. Приказывайте. Да, господин. Да. Магаз берешь, молодчина. Так. Ну что, я даже не знаю, отходить мне от нычки или нет. Нет, 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 не отходи. Пока стоим, да? Да. Согласен. Нужна моя помощь? Стоим. Что вам угодно? Готово. Нужна моя помощь? Ох, 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 что ж я маленький, мне сдох. Так, сейчас будет жестко опять, я тебя уверяю. Не спорим. Рейд на масонере сразу. Что вам угодно? Да, да, ресурсы да, в ноль. Да, господи. Кинь еще соточку. Дерево? Дерца, да. Что да, именно угодно? Его. А то мне пацаны больше, отказываются. Так, если надо больше, то говори, я кину больше. Слушай, я зря простоял, то ли они мобхакеры, то ли они... Не-не-не, все нормально. Да почему зря-то? Я крипил. Они максимум могут крипить только нежирную точку какую-нибудь. Я сейчас ее проверю. Да, господи. И все. Есть, почему зря? Нет, конечно, не зря. Да. Ну, поехали. Видишь, они у меня. Отлично. В смысле орк только. Отлично, да, давай, тут давай, масс, давай. Масс, масс.
Масс? Ну, не масс, но тут, короче, видишь, вот так вот. Хантай. Угу. Ты отобьешься? Все, третий архимаг. ТП к тебе. Ну да. Иду. Давай, готов? Да, я уже тут. ТП. Я готов. Ну же, приказывайте. Третий архимаг, ну давай. Давай, 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 деремся. Да, поехали. Давай, давай. Нужна моя помощь? Ну же, давай. Да просто бьем. Да, 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 просто бьем. Да. Что вам угодно? Да, ваш вроде. Нужна моя помощь? Да, ну же, приказывайте. Да куда ты? Валера. Так, бьем, бьем ДК. Да, 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 да. Ой, ДХ, господи, какого ДХ? Ладно. Не суть, убиваем гранта, размениваем на двух хитменов. Давай, 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 давай. А что ты, родной, да ты ж здесь останешься. Минус. Будет исполнен. Да? Да, минус. Красавчик, я эльфа прессую. Давай тоже. Включайся. Идем. У меня, правда, нет ТП, но я думаю, что на тебе... Это пофиг. Много-много золота держи, давай, начинай реализовывать. Ставим кузницу. Мы сейчас отменим тир 2 здания просто. Иду, иду. Эльфу, в смысле. Да будет. Нужна моя помощь. Город наш. Какой-то бред, по-моему, ребята, играют. У тебя там одна хантрайская, но я там понимаю, что ты. Я готов. Нужна моя помощь. Да, 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 я уже с контролем. Здесь нельзя строить. Давай отменим этот. Второй лорнис пусть танкует. Так, слушай, там могли окружить на самом деле. Вот пофиг, у меня колб. Я и танкую. Нет, я могу окружить, давай. Пинай. Да, есть же колба, да? Да. Что вам угодно? Давай, магаз убиваем. Да. На тебе еще много-много всяких бонусов. А ты сам строй, мне уже предостаточно бонич, все. Отлично. Ну, так, замажь грант, вам замажь сам. Так, там у нас орг готовится подойти. ТП у меня нет, слушай, давай валить отсюда. Не-не-не, подожди, подожди. Архимагом не танкуй, не бойся, бойнич, все нормально. Поехали. Ты главное не паникуй. Давай райдер сначала, давай я пройду вперед. Да-да-да-да-да. Или, ну в смысле вот так вот, давай. Давай, давай, давай. Вот тут видишь, да, эльф? Да-да-да. Эльфа вон убьем сейчас. Так, все, так, я все, понимаю, тут уже... Отходи, отходи. Да-да-да, я отхожу. Нужна моя помощь. Беги, родной. Беги, я заблочу как могу, но скорее всего. Нет, нет, да, не убежал. Таверна есть, так что ты это. Так, здесь купили архимага и свалили. Да, только вали сразу. Валили, свалили к твоему магазину. Ага. Заказали МК. Так, да. Начинаем штамповать. Все, да все нормально, делай грейды там. И все такое. Будет исполнено. Ульфа ничего нет. Нужна моя помощь. Нужно. А, подожди, а как? Где? Почему? Почему такая? Что у меня золота маловато, я думаю. С чем это связано? Тебе вернуть часть? Да, я ТП выпустил. Что вам угодно. На, держи. Будет искать. Я тебя там нафидел, да? Так точно. Да, 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 да. Ты мне много кинул. Ну, то есть, ну, только не надо. Отлично, купил. Они у меня, они у меня. Ну, я готов, на самом деле, уже... Готов, с ментами могу даже. Ну, уже, давай, прикажи. Давай. С ментами? Ну, как хочешь, только быстрее. С ментами быстрее. Не получится, окей, ТП. Я наверх. Давай, давай. Ну? Поехали. Давай, там захапал кого-нибудь. Он дыха, дыха, дыха. Дыха, дыха. Уходит нагу, нагу, она тут. Да все, они тут. Сейчас, сейчас прибежит МК, сейчас прибежит МК и да, минус дыха, отлично. Ладно. Нага тут же. Тут же нага остается. Отошли. Так, дай тык в этом. Отлично. СХ, СХ, бой. Да, да, да. Болт в него. Сейчас полечим. И дай, родной! Отходим. Отходи назад, я подлечу тебя. Отхаш отошел назад. Архимаг. Кинь, пожалуйста.
Да зачем я сетку выкинул на пост? Пойдем альфа убьем, на тебе золото два еще. Здания отменили, а? Да. На тебе еще золото, только давай через все, магаз, что ли. Смотрите, сколько слишком много. Ну, ты что хочешь-то, объясни мне. Не знаю, предлагай. Крип, я магаз, давай, давай, магаз, крип. Да, друг, я крипу вот свою вот точку, или ты без меня не справишься? Да. Я справлюсь, справлюсь. Ну, что жалуетесь? Вот этот ты хочешь магаз закрыть? Да, чтобы ТП купить там. Ну ладно, давай тогда я свою закрыть. Идет? Или не хочешь там? Просто это, конечно, опасно, но этот... Кто-нибудь есть в этом смысл. Наглость города берет, как-то так, да? Так, я ставлю кузницу, на самом деле. Да, здесь еще никого нет, отлично. Просто они сейчас будут как раз ждать от нас атаки, а мы... А мы здесь закупимся. Телепорт, сапоги, да. Инвульчик. Это продадим, это гномы. Да, и как раз потом на эльфа сразу мы пойдем. Слиточек. Просто это, вот это будет хорошо. Гном стал вторым. Я взял клад на самом деле. Вон, они тебе бегут, но пофиг. Ко мне? Ну давай. Если не к тебе, я поджимаю. Я это, ты стой на пригорке, я... Да, 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 я тут посражаюсь. Знаешь, у меня есть ТП, я тут с удовольствием посражаюсь. Тебе нужна моя помощь? Вот они, видишь? Что давай, выходи. Давай. Там три ДК. Вылифа. ДХ, ДХ. Да, давай. Тебе нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Не так быстро, котик. Да все, тут уже. Не-не-не, ты не расслабляйся, играя до конца. ТЦ, ТЦ, держи этот инвул. Все, все, хорк у меня есть инвул. Ага. Лол. Так, на тебе куча золота. Кто-то очень наглый, да? Да, очень. Так, здесь убиваем так. Давай, давай, вот, видишь? Демон. Диспел, массовый диспел, какие ребята, молодцы. Так, здесь так не делается. Не так быстро. Ну же, приказывай. Так, что он развыпендривался-то? Тебе не хватает. Ну же, приказывай. Не хватает моя помощь. Да, деремся. Деремся, самый хороший. ТЦ замазали. Красавчик. Чего хочешь, за? Да, вот этого парня надо забрать. Просто да, бьем. Чем я могу помочь? Да. Ну что там? Бьем экспанд бонус. Бьем. Все. Да, я как-то увлекся просто. Не так. Я понимаю, что на кураже, но. До конца. Чем я могу помочь? Согласен. В чем проблема? Нужна моя помощь. Могу маркирницу поставить. Я вообще не знаю, куда. У меня вышел из лимита, кстати. Давай, давай сейчас, подожди, пока не будем торопиться. Я сейчас БМ прибегу быстро. Что вам угодно? Ну же, приказывай. Не так быстро. Так, куда же? Да, идем? Идем на эльфа. Сейчас стоим. На эльфа идем. Идем. Не так быстро. Думаешь, это будет конец? Я думаю, что это будет хорошо. Вперед! Ох, Близзарда бы еще. Да забей, какой Близзард? Что за навещи ДП? А, вот. Не такое крутое заклинание, как ты думаешь. Ладно, не будем здесь. Ну же, приказывай. Давай, давай, сетка пошла. Что думаешь? Да. Тебе нужно приказывай. Нет, у меня нет маны. Давай лорку отменим. Ой, ее. Деремся. Деремся, думаешь? Да. Так, уверен. Я маркирницу. Ну ты если что, когда будет совсем тяжко, жми ТП. Места пытаемся убить. Я номер не нужен. Чего хочешь? Убиваем моста. Не так быстро. Под деревцем моста умирает. Тебе нужно ах ты, Архимаг вызвал раньше времени Элема. Время не ждет. Сейчас что-то у меня ничего не умирает. Я не знаю. Ну, потому что я танкую. У меня так, минус ДХ. Без промедления. Ах ты посмотри, какой шустренький. Какой засранец. Ладно, я убью его, убей других воинч. Слышь? Да. Ну же, приказ. Быстрее. Магия будет моей. Быстрее. Нужна моя помощь. Чё, как там дела? Не знаю, вроде как выигрываем. Ай! Убежал!
Вернись! Не-не-не, ты лечи меня, а что ты лечишь меня. И дерись. Чем дерись? Я понял. Угодно. Чем я могу помочь? Крестаток. Оп. Всё. Чем проблема? Соркой можешь... А, вот видишь, там этих битых. Что вам угодно? Бамс. Минус один, минус второй. Что вам угодно? Если не видел меня в бою, так. Сейчас минус нага будет. Кидаем, кидаем, волк мне. Ладно, не хочешь, не надо. Убиваем. Правильно. Вот это правильно. Я понял. Игры с пухом научили не гоняться за героями. Отключаем автокаст у престолов и у 40, чтобы закончим ревью. И у нас маркиры. Первые маркиры подтягиваются. А с первыми маркирами мы особенно сильные. А вот этот парень уже от нас не уйдет. Да, конечно, жадный блейдмастер сейчас. Пусть бежит, трус. Нет, мы не отдадим ни пяти земли русской. На-ка! Маны-то нет у тебя, парень. Ладно, я помогу тебе, так как бы. Сейчас, клап. Все, минус. Вышел, да? Все-таки он не ушел. Нет, точнее, все-таки он ушел. Здесь подлечиваемся. Не так быстро, котик. Тебе нужна моя помощь? Ладно, оставим. Оставим эту затею. У меня миллиард золота, но сейчас-то его уже юзать. Держись, Блейд! Держи большой этот, большой. Все нормально. Я тебе передам сейчас большой, ну этот, жизнь. Нормально. Держи. Живи. А, блин. Они услышали, что я передал, и сразу вышли, понял? В чем? Наша победа была. Да, ребятушки, как говорил Никита Михалков, да, ребятушки, да. В чат? Да, чат. У тебя свои там дела, у меня свои. Ну да. Ребята, ну что ж вы такие... Ладно, не будем обращать на вас внимание. Вы похожи на семиклассника, который пытается понравиться девочке и дергает ее за косички. Просто не понимая, что еще можно сделать, чтобы обратить внимание девочки. А девочка, понимаете, ребята, любит мужиков на машинах уже в 7 классе. И вы со своими косичками ей не тарахтели. Так. Играйте масс сумоны. Кстати, хорошее предложение. Ну, смотри, опять же, против кого, да? Масс сумоны? Ну да, можем, в принципе, если там есть один орк, да и... Есть два орка, наверное, шоколадно вообще. Орк и эльф тоже, потому что вначале не будет диспела у него много. Против андед будет тяжело, наверное, потому что сильный фокус там от пауков идет. А так, ну нормально, я думаю. Против двух команов будет не очень. Я не пуха называл это девочкой, нет. Балбесы. Это метафора, понимаете? Сравнение. Есть такой литературный оборот. Но они не понимают. Так, Виви, ну у меня тоже переезд сейчас будет. А, ты тоже у нас? Как ветер шальной. На стриме поговорим о моем будущем. Окей, давай, дружище, обязательно пообщаемся, 100%. Рад был слышать и видеть по-любому. Виви, мы нашли Виви. Мы написали письмо в программу «Ищу тебя», и наконец оно было прочитано. Да. Нам нашли Виви. Наконец-то. Так, Silent Hill нет, потому что это светло. Silent Hill. Но, знаете, СХ обязательно, игра в первое темное время суток будет СХ. Ну, а мы с пухом не теряем времени. Давай, дальше. Контр-корк к двум аркам. В зависимости от карты, если есть возможность, в начале пока не будет... Пока у вас будет какое-то первые 2 минуты пространства для жизни, закрепить что-нибудь с мерками, чем легче играть впоследствии. Избегать сражений до позднего конца средней стадии игры где-то. И то есть, потому что вот примерно начиная где-то с 5-й минуты, может, и до появления тир 2. У вас, если, например, вы эльф или эльфхум или оркхум, будете уязвимы, поэтому избегайте каких-нибудь сражений массивных. Всегда следите за героями. Ну и я думаю, там маги, все такое. Магия?
Ну, какая-нибудь магия. Брутальные орки уязвимы к магии. Магги на второе. Знаешь, да, была такая приправа. Да. Ну, типа того, маги на втором тире, да. Все-таки, насколько многообразен Warcraft? Как он пересекается иллюзионно с разными жизнесферами? Вот и рекламу вспомнили в рамках Варика. Вообще, на самом деле, мне кажется, все-таки Warcraft намного более образен, чем СК2. То есть и герои, и юниты имеют свой характер, они имеют свой набор качеств, а вот юнитов в СК2 они как-то все под одну гребешку прочесаны. Ну, это и объясним, просто в Warcraft ты же как бы контролишь. Хотя я знаю, то есть вот, там олдскульных игроков типа экс-андроидов старые, они, то есть андроид как бы не согласен был, когда ему сказал я, что мол, ты, ну, в старе можно отдать, ну, я про, тогда речь шла про брудвар, конечно, что можно отдать много юнитов, все равно выиграть. Он, ну, говорил, что он дорожит каждым юнитом, ну, вот, то есть он за каждого юнита борется, то есть там танки отличивает, чинит, там все, короче, делает, но по сути, на самом деле так и есть, то есть в StarCraft'е цена ошибки, она не так высока. Ну вот, имеется в виду там отдача юнита, все такое. В микро ошибки. Да, ну хотя, да, опять же, на том уровне, на уровне прогеймеров, ну я имею в виду, бух, слышишь, на уровне корейских боссу, наверное, действительно отдача одной CV может повлиять на ход. Я думаю, там прям такого, что нет, но, то есть, опять же, это и объясняется, говорю, Warcraft игра, тут есть душа, в StarCraft такого нет. Orc Human. Так, мануть сосать не будут, может мне в палочку поиграть какого-нибудь шального. Как хочешь. Давненько не было. Или в МК. Кстати, опять же, там. Я пошел. А, нет, я по привычке пытаюсь разведывать. Я уже вообще скоро отучусь в 2-2 разведывать после алтаря. Да? Потому что это не надо, но ты же все время разведываешь. Ну есть такое, есть. Добренький тиммейт, все расконтролит. Слушай, ну. Сегодня все игры тащил, так что не надо себя недооценивать. А, ты андед. Да, я вот раз сыграю в пауков. Так, ну массу моно здесь явно не прокатят, тут сорики. Да, здесь какие-то... Да, парни, извиняйте. А, так, паладин, ну блин. Орк Хуман. Не, так давай я МК возьму, возьму и херокил. МК банишь там. Ты же знаешь, так. Я не смогу тебе отказать, бери кого хочешь. Я перезвоню. Готово. Я и даже не слушаю. Востребованы. Да ты не представляешь, как людей просто прорывает позвонить. Да, закон подлости. Я знаю. Готово. Бывает такое, начинаешь стримить и... Когда стрима нет, и звонков нет, соответственно. Все как будто узнают о том, что я стримлю. Да, и завидуют, и мешают. Боня стримит, надо его по свадьбе что-нибудь спросить. Хрень, да, которая да. Вообще не нужна была никому. Никогда. Да. Так, ко мне пришла разведка. Что делать, не знаю. Наверное, надо написать ГГ, выходить. Ну, у меня билдодер бога, смотри, за андеда. Вот. Любой андед позавидует. Слушай, наглый все, такой все. Пацан. Да? Да, ну он просто бегал полчаса своим. А ты что будешь делать? Ну, в смысле... МК, а дальше вот я думаю... Тиры? Вот я думаю, вот я тоже пока раздумья насчет этого. Я не знаю, да? Чего? Хорошо. Ну как решишь, чтобы я... Окей. Подстроился. Опять не хватает золота. Ты еще не видел меня в бою? Я готов. Ага! Да, так, да. Ставим магаз. Хороший был огромный, я должен вам помочь. Редко такое получается, ну, раз в год, как говорится. Ты, давай, тебе книжку опыта, все по скиллу. Ну ладно, интеллект тоже нормальный, да, мана, все такое. Отлично! Чем бы заняться? Да, ну все! К оружию! СМК не так привычно крепится, вы уж простите, друзья. Ну, может, в таких случаях ставить магазин пораньше. Вот я этим и занимаюсь как раз. Магаз уже
меня в бою. Я все понимаю. Хорошо. Ну вот видишь, как бы. Дорогу! Чем бы заняться? Я как умный дрессированный барбос. Я все понимаю, сказать ничего не могу. Да, чего? Опять работать? Да нет, дело практики. Ну да, за МК. За МК, да, это однозначно. Так, крепимся. Да, господи. Крепимся дальше, да? Да. Ну я-то точно, у меня ж полки. Пока нам дают. Ну, кстати, можешь X-Fan поставить, не? Хотя, ну смотри сам. Так, здесь мы подлечимся. Хорошо. Отлично, отлично. Слушай, а у меня невидимые стражи выпали. Да. Что прикажете? Это отлично. Ты только зря пока не трать. Я на центре поставлю, наверное. Ну, на центре, а один сохрани, потому что против арка пригодится. Чем бы заняться? Да блин, дорогой, покупать надо такие вещи. Так, все. Тебя мучает кто-то? Да не, это я. Это я сам себе. Полезно. Тихо, сам с собой, я веду беседу. Разведывательная ферма. И я бы готов уже, может они там нычку какую-нибудь ставят, что-то на... Притихли наши друзья. Да, ну можно проверить, я... Может сходим сразу, с боем? Или покрепимся еще? Разведка боем, но я хотя бы второй уровень получу и сходим. Давай. Или ты прям вот сейчас хочешь уничтожить. Просто, о, тут у нас смотри, куда бегут ребята, точка сборки у нас. Вот я сейчас разведу. Если фастекс, то кушаешь. А? Овца, предательница! Придется два болта тратить. Я убил футмена, я убил футмена! Футмен тебе бежит, бой. Чем бы заняться? Какой у нас дохленький-то парень! Нет, там... А нет, у них там нормально. Второе фильма. Мастеры. Песок знает. Так, я, наверное, так. Ты где? Я тут. Я у Хумана рабов убиваю. А у меня тут глаз, друг, ничего? Неожиданно. Минус. Минус Блейдмастер. Покупай, давай. Давай. Еще раз. Давай. Хумана минус 5 рабов. Пока минус 5. Может и больше. Так. Я думаю, может на этой радостной ноте нычку воткнуть. Какую-то точку жесткую закрепил. Может на этой радостной ноте нычку воткнуть. Как хочешь, вот ты же знаешь, я доверяю тебе. А, да, окей. Если вот хочешь нычку, ну ставь нычку. И мы выиграем. Все, третий МК. Грей доделался. Отлично, так, отлично, иду поджимать с тобой, у меня третий МК. Давай, я тут. Давай, посражаемся, я подхожу. Деремся, да? Да. Там. Я подхожу, аккуратненько, там много грантов. Архимага пробуем? Да. Сейчас добегаю до него. Он уходит, собака. Да давай, бьем футмана гранта. Да. Чем бы заняться? Так. О-о-о. Что-то какой-то размен слабенький, да? Да, но то, что там вообще ты. Чем бы заняться? Опять работа. Может, пока не будем трогать? Да, не будем пока драться. Отходим. Отходи, ты только меня не блочишь. Что там, я блочу? Сори. Так, идем по-быстренькому, нам нужно... Нам нужно кто? Ты хотел нычку ставить. Да, но нас сейчас же могут немножечко... Передумал, подпушить. Да? Не, давай, я нычку, на Т2. Не, можешь не ставить, как бы, смотри сам. Нет, я ставлю. Уже поздно. Все? Уже поздно, да, вперед. Ты там поконтролируешь? Я с тобой получу, но там мне надо чуть-чуть до третьего левела, ладно? Давай. Не обижаешься? Отлично, отличная мысль. То я не хочу тратить койлы. Так, вот мы нафтратим, потому что дальше я буду заказывать уже спеллбрейкеров.
Сейчас я как только получу третий уйду, все. Так у Хумана тир 2 будет, ну, в какой-то степени халява. Какой-то. Инвучек. Хорошо. Время не ждет. Опять работа? Да. Я жду, смертный. Зло приближается. Так, я ставлю нычку. Зло приближается. Чего? Не хватает. Мне подвластна магия. Немского брекера. Да. Здесь нельзя. Говори. За мой народ. Так, они красные на крипе. Ну просто. Так, я думаю, может быть. Да не, нам пассивно надо играть в любом случае. Мне нужен теперь 3 арба. Тебе надо. Мне спаулбрейкеры не нравятся как класс просто. Может быть, да. Что-нибудь другое выходить. Вот там этот. Этот, к тебе бежит на харас, там этот, как я. Блейд. Пускай идет. Пускай идет. Так, Ухумный тир 3 запущен. Так, МК 2, Архимаг 3, Крипт Экспансия. Айх! Глаз ставим. К сожалению, глаз оставлю здесь, потому что... Пофиг. Тоже ничего. Ты там крипся, я начинаю тебя фидить. Да пока рано. Рано? Ты себя это вначале... Как тебе сказать? Слушай, а я, наверное, знаешь, какую-нибудь такую страту масс-г начну. То есть рифлов добавлю сейчас. Все на Т2. Все на Т2 называется страта. Так, они... Ну, кстати, вот мы с такими героями, судя по всему, и остаемся. На Т2? Потому что все точки вверх закрепили здесь, они нижние закрепили. Остались мелкие, они сразу с крупных начинали. Но они вроде не знают про экспанд. Не, как, про наш знают? Блейд же харасил. Блейд харасил, он в курсе. Ребята, он в курсе. Блин, ну ладно, ТП есть сейчас. Ладно, что сидим, то дождем. Че, можешь сказать? Потому что все точки закреплены. Столько каких-то непонятных уточек. Бончо, туда не ходи, там закреплено. Мы просто копили мит, я так полагаю. И тебя фижу, ты тоже там стройся. Да, стройся. Так. Ну я не знаю даже. Сомнительный лимит, конечно. У нас с тобой сейчас нифига не боевой, если честно. Очень. Устал ждать. Боевым этот лимит назвать трудно. Да? Ну что, кинешь на чат? Да, на. Я буду сейчас тебя так очень жестко. Чем могу помочь? Давай, я. Ой, ну так, а так аккуратненько. Ты, ой, мортиры! Вот что нужно было строить. А мы их и нас начнем строить. Хорошо. Бонч, к тебе идут. Я понял, на нычку? Да, господин. Нет. Ну если не на нычку, то нормально. Да. Ну что, жалуетесь? Опять работа. Че, я бегу? Давай, беги. Так, ментов подзывай. Да, это будет тяжелая битва. Да блин! Он умер вообще молодым и некрасивым. Блин, лол. Меня зафокусили, МК так жестко. Да. Давай, ментов, призывай кого-нибудь там. Всех. На херофокус идет жесткий. Я не понимаю. Я жду, верно. Быстрее. Наконец-то. Легко. У меня что-то вообще все развалилось. Да? Просто все. Не, МК, блин, надо делать, наверное, с рифлами и с маркирами. Вот сейчас маркиры бы все зарешали. Ну, возможно, да. Возможно. Инфа 100%. Ну все, нас убивают здесь, наверное. Как я МК потерял, глупо, вообще жесть. Да, это всегда, когда ты знаешь, что оппонент точно будет принять бой, надо милицию вызывать и все. Ну здесь уже все, наверное, давай. Подожди, еще пока ты там отстраиваешься.
Да, неприятно, потому что у это почти ничего нет. Да. НК, маркиры, маркиры. Есть какая-то армия, но... вроде есть какая-то армия, но это так, не армия. Короче, спеллбрейкеры, это... на базе, это... я сделаю ТП. Ну, что там? Всего быстрее. Ну, то есть героя хотя бы сними, там, ко времени. Все-таки, что, мы подеремся уж до того. Пока нас... Быстрее. Все не убьют. Магия будет моей. Да, смысл в том, что быстрее. куда ты, родной, бежи. Причем не беги, а бежи. Блин, мортиры, вот все здесь бы мортиры, мы бы их уже убили. Надо было, да, наверное, мортиры бы здесь. Ну, то есть, да, надо там что-нибудь юнитов. Короче, МК спеллбрейкера, это вообще шлак. Ну да, как есть. О, орк тебя сбежал, но я делаю такое, вызывай всех МКов. Да нажми ж ты инву! Так, орк сделал ТП. МК такой... такой мурый парень. Блин, Бонч. Что? Он ТП сделал, да? А как он к тебе прошел-то, если я не могу пройти? Я не знаю. Это хитрая застройка от Банюра. Да, то есть я не могу пройти, а орк может. Вот. Да они просто закрепили, слушай, чем они и все. Ага. Да блин, нет, ну мортиры, вот здесь бы 4 мортиры и до свидания, ребята. У меня в принципе неплохой микс юнитов, я вот как раз дожил до него, да? И могли мы выиграть, если бы да, то что спеллбрейкеры там бесполезны. Это вообще фигня, я не буду их строить СМК. Ну я тебе говорил. Да они в принципе так нужны какие-нибудь поддержки, если только с тайминговым выходом так я не. Ну что, я тогда буду мортиру ставить, я не знаю. Что в целом, что? Блин, надо по фасту мортирницу втыкать, у тебя есть деревца? 84. Тебе нужно? Понятно. Давай, на 84, все. У меня просто один гуль, я же все сорвал. Пишу, но у меня вроде нормальный микс, не хватает уровня героям. Да, танковать должен ты, а я должен был мортирами отстрелить все это дело. И да, просто МК да, на задней да, линии да. Кидает болты. Потому что, видишь, я КЛ специально и построил. Там он со станом забивает фокус, все такое. Просто по брейкеру. Да, спеллбрейкер вообще шлак. Даже рифлы в этой ситуации решают. Полностью согласен с вами, коллега. 25 лимита у меня есть ТП. Проблема в соло просто, что тяжело контролировать, нечем танковать. Поэтому зачастую все заканчивается очень быстро. А так, хороший юнит. Не хватает дерева. Ай, дерево, дайте. Но сейчас ребята там нычку поставят, я не знаю. Да, видишь, они про стаминга напали. Они лучше прокрепились, видишь, карту лучше знает. Они две красные закрепили в самом начале, понимаешь? Вот как они использовали это время. Мы крепили зеленые, которые они, ну, по сути, не решили. Хуман даже вот эту точку свою не крепил. И по сути, они вот сразу, да, закрепили две ключевые точки. Ну да, видишь, поэтому я не люблю маленькие карты, которые мы не знаем. Видишь, то есть парни просто больше, чем мы играли. И... Тем не менее, я сейчас попробую когда... штампануть пару мортир, ну вот буквально... Так, давай, вот. Давай. Давай сюда. Отходим, да. Они будут сейчас лезть. Ну давай, одна мортира вылезла. Так, ментов нет совсем, да? Может, они сагрятся на мою базу пойдут, мало ли. Они пошли, что? Кстати, там-то Ц. Блин, мортиры, как вы сейчас... Как вы сейчас решите? Главное, держать героев на задней линии. Укажите цель. Давай. Будут наламываться? К тебе пошли, пух. Да, вижу. Что, мы ТПшимся, не ТПшимся? Нет. Пусть наламываются на базу. Вторая мортира, да, пускай наламывается, я мортира отштампую. Да, наламывается на базу. Ну вот, давай, вот сейчас идем. Готов? Сзади подойдем, да. Я уже бегу, я ты. Я назад ТП. С мортирами я просто давай, не... Давай. Прикажете открыть огонь? Укажите цель. Так. Ну, что там? Здесь вот так. Говори. Где Радо? Да, надо учиться контролить этих героев. Устал ждать.
Стоим пока? Да. Говори. Чем вы заняты? Я устал ждать. Да, вот просто очень большой входящий дэмэдж. Конечно. Жестко. Да, было бы больше мортир, было бы. Да, видишь, мы даже кое-какую последнюю битву дали. Хотя нас там в ноль, в нулину разложили. Ага. Да, перед этим, да. Да, GG. Да, у меня, ну, у меня продолжаются память смс. Да, давай так, если я беру первым МК, то, наверное, нужно думать о каких-то мортирах, там, таких вещах, о рефлах. Ну да, ты же сам решал, ты, я тебе сразу сказал, решаешь сам. То есть, захотел МК, взял просто... Не, короче, МК в 2 на 2 не стыкается со спеллбрейкерами. Просто не стыкается. Нужно... Там до грифонов, конечно, мы бы не дожили. Хотя... Нет, там Т3 еще, да. МК стыкается с юнитом, который большой дэмэдж наносит. Вот. Или с 2 на 2 со связками героев, где... Можно убить быстро. Да, да. Вот, а так, то есть... Видишь, он хоть и герой-силовик, но он не живет вообще. Он очень долго, да, быстро отклеивается. То есть его нужно держать на задней линии. Ну вот мортиры, я говорю, надо будет сейчас попробовать. Если сейчас будет еще разочек такая карта... То есть, а если его держать на задней линии, то даже архимаг будет полезнее. С другой стороны, если, да. Да, если, потому что там ЛМ и сам архимаг постоянно бьет. А МК все время лезет, да, его все время контролить. МК только будет, ну что он будет, только молотки откидывать, правильно, больше ничего. Поэтому... С МК, наверное, единственное, можно какой-то подпуш устраивать, только так, может быть, какой-то наглый. А лейт, действительно, соло МК для лейта сакса убил. Ну и видишь, главная ошибка была в том, что МК это герой, он дефенсив стиле все-таки, понимаешь? То есть он герой обороны больше. То есть, и потому что нужно очень много времени для того, чтобы он реализовал свой потенциал. О, смотри, Хуман Эльф опять. А, да, вот. И поэтому Архимаг, то есть его преимущество в начале и середине этапах игры, да, и где, собственно, на маленьких картах что и решает, потому что вот Вил, они просто карту, мы должны были в идеале поделить карту пополам. Они закрепили всю за счет того, что у них вот был Архимаг как раз и все такое. Да. А СМК не покрепится особо. Ну ты даже на зеленой точке видел, проблемы испытывал. Да, согласен. Поэтому. Поэтому кого берем сейчас? Там Хуман Эльф. На больших картах, да, МК можно раскачать. И... Хуман Эльф, ну как хочешь, я тут знаешь. Так, эльф будет харасить, да? Там Хуман Эльф, да? Угу. Эльф будет харасить меня. А ты, у тебя кто, кстати? А у тебя тоже эльф. У нас миррорчик, да, такой, наметился. Миррорчик. Да. Ты разведку только не делал. Ты можешь ФЕ сделать, кстати. Или не хочешь. Ты как хотел играть? Ой. Так, может рифлов каких-нибудь? Хотя там панды могут быть. Нет. Играем стандартненько. Хуман эльф рифлы, как бы... Не знаю, мне кажется, не очень. Да, хотя, ну если хочешь, делай. Не, мне кажется, идеальная ситуация для экспанта, потому что хуман вряд ли будет нас пушить. Давай, я архимага буду первым штамповать. Первый архимаг и там какая-нибудь... Ну да, нычка, давай, окей. Предложение нет, принято, смотри, коллега. Ты смотри сам, я тебе просто предложил, говорю. Не, здесь вполне можно так делать. Ты там потом каких-нибудь медведей. И мортиры нужно в любом случае 2 на 2. Это очень классная тема. Да, мортир вообще классная тема. Я пошел. Опять работать? Угу. Да, мортиры... Просто живут собаки недолго. Ну, ну грамотно расставится, и тогда мортиры становятся весьма грозным оружием. Не хватает. Угу. Я пошел. Ну 2 на 2 вот это грамотно расставится, есть шанс реализовать. Угу. Чего? Что да, вам угодно? Да. Да. Что ну, приказ? Не, Хуман бомжатскую точку крепит.
Что вам угодно? Вот тебе виск на халяву. Да-да-да-да, отошли. Ах, сзади спрелился. Пофиг. Что вам угодно? Хотелось как лучше, получилось как всегда. Демон Хантер здесь у нас начинает нас моноберничать. Чего? Что вам угодно? Пофиг. Здесь отводим, ну же, здесь стреляем, вызываем элемчика. Нужна моя помощь. Не хватает маны. Да будет так. Ну такое вот дешевое. Ну же, приказ. Да, жду приказания. Да. Сейчас мы его тут надамажим немножко. Да, что вам угодно. Будет исполнено. Ну же, приказ. Бой! Постройка завершена. Бежит, да? Угу. Ты вот так вот заводил, видишь, сюда. Да-да-да-да-да-да. Подмалил. Нужна моя помощь. Им флорит Кедар. Так, это здесь отходим. Я готов. И Т2 нажмем. Нет-нет, или нычка. Нычка, конечно. Превосход. Все, демон отогнали. Да. Что вам угодно. Там он за твоим ну бежит. Ага. Полудохлым товарищем. Хорошо, да. Ну же, приказывайте. Нужна моя помощь? Ну я иду ставить нычку. Опять работает? Конечно. Чего? Приказ. Опять работает? Нагло так, конечно, но... Что вам угодно? Чего? А что поделать? Бойник. Наглость второе счастье. Что прикажешь? Да. Опять работает? Ну, забежали. Да. Хорошо. Нужна моя помощь? Чего? Да. Убиваем этого с ядом, козла. Марина Марки. Не хватает. Ну же, приказ. Опять работает? С ядом, козла! Да, там ну, Хуман тоже нычку будет ставить. Только чуть-чуть в другом виде. Видишь, он через вот эту шнягу. Так, есть эльф. Постреляем немножечко. Здесь убили. Заходишь, не заходишь. Да, господи. Ну же, приказывайте. Так. Не, у эльфа Т2. Нужна моя помощь. Т2 у него очень много битых юнитов. Да. Что вам угодно? Футов он повел их да. К эльфу. Да, господи. Ну же, приказывайте. На нас напасть. Хорошо. Да. Да-д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 а. Нет. Что вам угодно? Что там? Ну же, приказывайте. Как скажете? Ну я пойду к эльфу тогда. Хуман здесь бегает, это же. Что вам угодно? Да, господин. Хорошо. Да. Нужна моя помощь. Ну же, приказывай. Хуман у эльфа все колодцы выпил. Здесь нельзя. Хорошо. Так что мало. Я готов. Да. Блин, я даю совсем необязательных. Опять работаю. Это просто юнитов подстраивать и все. Будет исполнено. Блин, можем сейчас и заблочить, затыкать товарища. Согласен. Что вам угодно? Готово. Чего? Ну же, приказывайте. Да, хорошо. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Да будет так. Стоять, бояться, деньги не прятать. Ну же, приказывайте. Что там, все нормально? Да. Она заходилась, зараза. Кто бы меня... кто бы сгонял за просветочкой? У меня есть просвет. Ну как мы ее занем? А, архимаг же может сгонять. А, ну мне тут негде покупать. Ай, может передашь как-то, что ли, я не знаю. Да, ваше сядьство! Как скажете? Передашь? Я бегу. Ну же, приказывайте. Thank you. Угодно. А ну пошли! увидел, типа, такой наглый. Так, Т2 нажал, нычка почти готова. Ух ты, у тебя там все битое такое. Иди ко мне лечиться, Магаз. Жду приказания. Там у... у Хумана уже МК, да? Да, но у эльфа... Ой, у Хумана рифлей, у него все красное, там все нормально вообще. Там он две хилки выпил. Что вам угодно? Я готов. Так, все, готовы. Поехали. Да. Ну же, приказывайте. Опять работать здесь нельзя строить. Угу. Что вам угодно? Я к тебе. Давай да, пойдем давай к вот кому-нибудь сюда. Раздадим. Да, ваш брат, я готов. Согласен. Нужна да, моя помощь? Будет понял, исполнен. Да, приоритет? Да.
Ну же, приказывай. Рифлы, говоришь, да? Согласен. Ты считаешь, я просто так написал тебе в приват? Я просто честно. Ты красавчик, но честно, а потом будешь злиться на тех, кто нечестно играет. Ладно, поехали. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Я тебя начинаю уже это. Ты сам вначале. Нужна моя помощь? Да, бей рабов, я могу осудить. А, они там бегут. Давай, с ТП убиваем максимум рабов и без ТП уходим. Да, можно тут и без ТП на самом деле. Хотя нет, да, ты прав. Да. Давай. Ты можешь заблочить там проход как-нибудь? Да, я так и сделал. Хорош. Что вам угодно. Ха-ха. Отлично. Давай вот этого демона убьем. Давай. Так, тут панда. Я стреляю. Я отменяю башню. Стреляю по демону. Давай. Панда дышит. Башня. Ну что, демон, через ТП будем ходить или нет? Ну, в смысле, пока нет. Башню убивай. Я только всех теряю. Да, ну ладно, убивай. Что вам угодно? Да, господин. Все отлично. И дыхание в молоко от панды. Давай, подожди меня. Я сейчас. Бонч. Да. Подождешь? Да, ну, я не свиток. Я никуда не спешу. У меня никого не осталось. У Хумана минус все рабы там минус. Ну ты стройся, давай. Я буду через. Давай, юнитов строй. Они сейчас будут нападать, потому что у них ничего нет. Ну то есть они не выиграют. Вот с этого момента завязать свиток завязал. Нужна моя помощь. Мимо завязал. Да, мимо. Так. Да, все, давай, стройся. С этого момента, если они не нападут, они не выиграют. Потому что нычка. Да. У меня тоже Т2, как бы. Я масс-маркиры играю. Ну не масс-маркиры, конечно, но. Что вам угодно. Да, они идут нападать. Ну будем стать. О, да, маздриады. Отличное решение от Бонни. Нужна моя помощь. Опять работа. Постройка завершена. Да, господин. Да. Деревца будем. Да. Тебе сейчас. Деревца. На мейн? На нычку? Не знаю, пока не могу понять. Может быть ко мне. Что вам угодно? Да, господин. Ну ты построил, я надеюсь, хоть сколько-нибудь там. Что вам угодно? Да, сейчас у меня с двух маркирниц штампуется, грейд на атаку один есть. Не, вышки, две, ладно. Две есть, нормально. Так, стоим. Всех футменов отдали, но так маркирочка. Задело отдали. А? Да, задело. Задело отдали. Ты давай там копись, Бонч, я сейчас кое-что сделал, ладно? Давай, я стою здесь, да? Ну вот попробую точку крепануть. Да, крепани, все крепани, конечно. Ну же, приказывай. Исследование завершено. Согласен. Я сейчас пока кое-что сделаю. Ну что, приказывай. Давай, мой френд. Не хватает тебя. А, вот будет весело сейчас. Там же маздриады, да? Да. Давай. Нужна моя помощь. Сейчас зря взял МК. Ой, масс-рифлы. Давай, держись, мой друг. Я футменов, наверное, штампую, потому что футмены здесь адекватная будет тема. Да зачем? А, блин, звонок. Я перезвоню. Вот как это отвлекает, если бы вы знали, друзья. Все. У меня 5 маркиров. Давай, там отряд. У меня 5 маркир, давай посражаемся. Они куда идут? Ты подожди. Да у меня просто подлавливал, ничего такого. Они сейчас к нам пойдут. Давай, я готов. 6 маркир. Давай посражаемся. ТП? Тебе? Подожди, понял. Жду у меня, видишь, хорошая позиция. Видишь, у меня за этим. Не хватает золота. Сейчас они придут и сделают. Они уже пришли, да? Да, это еще пока фигня. Видишь, у меня АО. Давай, держись. Давай, пошевеливайся. Ух.
Нужна моя помощь. Открыть огонь? Идите сюда, Марты. Ну, давай, давай, давай. Все, я АТП. Сейчас ТП. Ну да. Главное правильно ТП. Только давай. Вот сюда, кто-нибудь назад, да. Да, 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 я прям... Ну ТП, сейчас увидишь куда. Поехали! Да. Подышь! Вот тебе подмог. Да мы отходим, ты вот отходи вот сюда, видишь, там пространство большое. Просто как бы тебе сказать больше. Просто-просто. Да. Блин, ничего не вижу! А тебе ничего не надо видеть. Там магаз, все просто стоим и деремся. Минус МК, но... Ну пофиг. Они танцуют, слушай. Так. Неужели? Держись! Держусь. Что вам угодно? Прикажете открыть огонь? Укажите цель, прикажете открыть огонь? Стоим или уже не стоим? Отходи, отходи. Укажите цель. Да. Не хватает маны. Панда мимо. Панда нет! Что вам угодно? Почему ТП на последний ХП? Отходи назад, вот здесь. И валю отсюда вообще. А, и здесь я еще глухо застроился, криво. На минус Архимаг. Так, надо посмотреть. Есть ли там экс поставить. Не подвластна магия. Не гонщик, надо было подрядом атаковать. Не по рефлам. Сейчас проверю, экспант есть или нет. Значит, да у нас офигенно начало было, просто я говорю, вот эту решающую битву за жизнь поиграли, так сказать, и все. Еще плюс я тебе дерево. Странно, что у тебя не было дерева, я тебе все дерево свое отдал, сам не мог строить юнит. Ну, то есть у меня золото дофига гигант. Давай сейчас какую-нибудь последнюю игру сыграем, наглую застроечку. Дальше. Блин, рифы дриады, такой бред. Ну, а они ничего не могут строить, потому что я хуйно вначале нахарасил очень сильно, а... Ну и потом мы убили всех рабов. Ладно, давай, я штампую все равно мортиры. Чем бы заняться? Сколько, какой эльфа экс? 13 тысяч. Да не, у них поздний экс. Ну да, тут как бы парни на лолах выиграли просто за счет того, что он не контролирован в последней битве. Надо было подрядом фокусить, да и все. Учитывая то, что у меня еще Грейд и Билли. Не, они там дряд отводили, поверь, они я... А у тебя картечи не было, да? Вот только сейчас картечи. Так, ну чё? А, у тебя же нет, да? Да, господин. Да, ладно, ГГ напишем. ГГ, да. Давай какую-нибудь последнюю фастовую застроечку такую веселую. Ну мы не знаем, кто там. Пофиг, я сбегаю. Да, господин. Может, какой-нибудь все-таки... Нет, вот эта карта, блин, дождались карту нормальную. Точно, хочешь застраивать, уверен. Да нет, сказал. Не уверен, не застраивай, как говорится. Не, можем застроить, не все равно. Хорошо, да. Первый, блин, ком, сам знаешь. Хорошо. Хочешь стандарт сыграть? Ты давай, только давай быстрее, думаю тоже. Давай, давай, так, у тебя кто, орк? Давай какой-нибудь жесткий харас. Я готов. Ты Блейд, я там МК и... Начнем прям мочить. А? Нет? Давай. Только я рефлоп как буду скажешь. Делать. Ты у нас стратег, я просто. И как бы share control тоже полезно. Да, есть. Сразу. Просто я вижу на этих симфу, ну я не могу и. Даже не могу их отправить, потому что у меня нет контроля. Напомнила слова песни «Какая боль, какая боль». Симфут у нас на базе. С грейдами 1-0. Так. МК беру. К
креплю две точки и идем раздавать. Да, хорошо, хорошо. Я разведку, давай я разведку. Да, да, да. Уже побежал. А, отлично. Все, собрались, собрались, пацаны. Надо сейчас дать контроля. Окружения там какие-нибудь. Да не, лучше просто атаковать, да, хотя бы. Угу, начать с простых вещей. А там как пойдет. Может и окружим, кстати, да. Кто знает. Так аккуратно тебе на черепах рападает. Не-не, этот на черепахах не отдается. Он принципиально так, не отдается. Ну, арка особо не похарасен. Ну, осталось второго арка тоже увидеть и рука-лицо. Да, и просто обматерить эту жизнь. Ладно, я бегу на харасках завещал. Боневой. А, нет, там хуман, ну отлично. Да. Ты еще не видел меня в бою. Да, о, правильно, бейте МК. Боинч, мы ау. Играем в агрессивный харас или чё? Я креплю одну точку и играю в агрессивный харас. Понятно. Окей? Понял, да, понял. Ну просто глупо было бы не закрепить эту точку. Всё, то есть идём. Ты меня сейчас оскорбил. Нет-нет. Всё нормуль. Я и бегу. Я пошел. Играем агрессивный харас. Давай. Я уже здесь. Я уже на подходе. Ну как на подходе? Ты пока... Так, хуман тут вообще какой-то... Что прикажете? Тут вот на перехвате. Бежим, бежим. Давай. Ты отошел, я подошел. Все, подошел. Давай. Давай. Архимаг болт и поехали. Сейчас... Так, архимаг так. Блин. А, он вообще к арку портнулся. Да, меня портнулся. Продуман какой. Что прикажете? Так, так. Гонча, сражаемся. Меня в группы не удивили. Сори. Сражаемся? Нет, нет, я сейчас пойду за сапогом. Ладно, сбегай. Куплю сапог, там просветку, циркулетку, наверное, продам вот ненужный хлам. Я золото дать? Соточку. Не-не-не, у меня все нормально. Ты, кстати, тоже бы сапог купил, ты все-таки МК. Гратнета 2 нажал, второй какой-нибудь нагу возьмем. Нагу, нифига себе, ты прям. Опять работа. Отлично. И в поздних рифлов. Хорошо. Здесь, наверное, уже все выкупили, ребята. Чем бы заняться? Нет, не хватает золота. Не выкупили, взял сапог. Отличная идея была с сапогом, спасибо. Всегда пожалуйста. Так, ну чё? Ну я как бы тут... Агрессивно харасим хумана, продолжаем. Да. Я думаю, что он... Да, парень на оранжевый уйдет. Так, так, так. А здесь еще и орк, понимаешь? Здесь у него орк. Меня тут поджимают, нифига себе. Еще кто кого агрессивно харасит. Нормально, нормально, я уйду там. Я там... Подбегаю, архимага ты затыкаем, гонич. Архимага? Поехали, да. Болт. Да. Красава. МКТП. Да, да, да. Там меня немножко окружили. Так, а вы бежали? Отлично. Ну ладно, да ладно, глухая застройка от Бонни. Да ладно. А нет, 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 не глухая, а чё он не выходил-то? Вот так вот. Ой. Так, у меня пошли первые рифлы. О, отлично, рифлы, это супер. Молодец, рифлы, это хорошо. Что, идем дальше? Ты крипси пока, получишь второй уровень, как раз пока, когда Архимаг его воскреснет. Вот эту точку. Да, я туда иду. На самом деле, нам бы и покрипиться тоже, знаешь, лишним не было. Да? Угу. Разницу! Постройте силу! Ты еще не видел меня в бою! Чем бы заняться? Да вас сердце! Да вас вроде! Ты еще не видел меня в бою! Да?
Чего? Хорошо. Второй. Чем бы заняться? Перчатки скорости беру башню. Перчатки скорости беру башню, кстати. Да, 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 конечно. Ты еще не видел меня? Идем. Там уже, по-моему, ничего нет, а морг был. Да, да, да. Тогда вот сюда, вот сюда. Проверяем все вот эти точки. А здесь закрепили, блин. Значит, где-то рядом. Может, здесь? Крейт рефлам на атаку. Да, господи. Что еще, кроме рефлов, штамповать? Больше ничего? Ну, с одной арканицей этих. Давай сюда вместе закрепим магазин. Давай. Идет? Да, подтягивай. Чем бы заняться? Выступаю немедленно. Ты еще не видел меня в бою. Отлично. Расступись. Так, что ж они делают? Где они есть? Где они ходят? Вариант, конечно, что красную могут крепить, но... Как-то вот я... Дорогу! Ты еще не видел меня в бою. Пробуем. Давай вот эту. Уже третьего МК хочется получить. Отлично. Да, нет, нет, да? Да, 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 давай, давай. Ты еще не видел меня? Подтягиваешь? Угу. Ну что, не ждали? Исследование завершено. Только его не подставляй. Да, 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 рифлов не подставляй. Контролем. Рифлов. Вот там, а, там хун лечился просто. Все банально. Ну что, не ждали? Зелье маны, да. Это очень хорошо, третий МК. Ну и надо через херокил как бы фигачить тогда. Так, одного спеллбрейкера, ну так, чисто для... Играем масс Г. Стратегия называется. Вот, 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 видишь? Идем. Бонич. Архимаг? Минус архимаг делаем сразу. Давай. Давай. Ну все. Отлично. Минус... Кто там? ТЧ давай. Бонич. Значит, давай минус, минус блейд. Да? Я минус ТЧ делаю. Ладно, давай тогда минус МК, что ли. Да, как да. Раз первый. Давай сейчас так. Подлечусь. Давай, сейчас давай, отпустит, давай. Отпустит его, и я кину. Сейчас, сейчас, кидай, кидай. Убежал в магаз. Кидай, Бонич, да, ну чё так? Я застрял. Все, он тут ушел. Ну как ты застрял? Как ты мог застрять? Убил рифла молотком. Ну, что? Крипимся. Давай. Давай. А тут уже все. Два жалких, ничтожных. И все, и все. Так, минус герой. Грейды давай, дела. Давай, знаешь, просто по-простому выиграем. Закрипимся, да и все. Крип, давай вот сейчас вот эту точку крипнем. Пойдем? Давай. Все, сейчас. ТП у тебя есть? Нет, я сейчас куплю. Давай, я тоже. Время не ждем. ТП. Магия будет моей. Давай, а, ТП это у меня, ну, купил. Ладно, давай, давай, крепимся. Давай просто вместе ходим, крепимся. У них нет архимага, вот эту и вот эту. Да, так, если что, сразу покусим. Так, похоже на Greater Healing. Эту. Да, 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 все вот так вот. Идем. 50 так, лимита. Ну, это, вот эту. Или вот эту. Давай, давай сразу на красную. Ну, через эту. Да, давай да, через да. Эту, мы же ее быстро возьмем. Да, да, да. Поехали. Да, больше тихо. Я посмотрю на красную, скажу, что там. И там только сразу бери. Взял. Красную закрепили. Закрепили? У меня два эликсира маны. Да? А давай, может, один Shadow Hunter отдадим? Как... Давай, давай. Держи. Я как раз ТП на эти деньги куплю. Ваш есть? Ага. Прорываюсь к твоему Shadow Hunter. А он от меня уходит. А я к нему вот, прорываюсь. А, вот. Все, давай, я за ТП. Так, ну, там тоже рифлы. Неплохая давай, идея. Вот, видишь, где они. Так, подожди, я МК за ТП схожу.
по фасту. Тогда отходим. Бонич, отходи, рифлами ты, куда ты танкуешь? Бонич, я назад. Назад. Ну вот я сюда. Назад, назад. Я назад, назад, просто, давай. Ты сейчас отдашь половину. Ну, что делать? Нет, 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 нормально, нормально. Давай, я к тебе подхожу. Готов? Вот здесь будем драться. Вот здесь, тихо, 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 тихо. Чем бы заняться? Опять ну, я взять? Все сделал. Да, конечно. Чего? Да, они чего? Будут драться под своей этой. Хорошо. Ты еще не видел меня в бою. Да, вот здесь. Ну что, будем драться? Да, да, я ментов взял. Все, давай, пошли, пошли, пошли. У них плохая позиция. МК. Да, МК. Фокус. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою. Хорошо. ДК? Не-не-не, просто деремся, Бонич. У нас преимущество, зачем он этим заниматься? Просто, как это сказать, мочимся и все. Давай. О, минус. Красава, вот ты видел, как все по красоте взял. Чем бы заняться? Может. Да, да. Ну что, нормально все? Отлично. Все отлично. Где свиточек юзанули? А, СМК назад, блин. Куда ты прорвался там? Нормально, нормально. У меня в БМ плюс 22 дыма. Это присылай что. Жозенько раздаем. Часть титамов убрать. Так, бокс приста. О, чё, видишь, какие рифлы это? Жёстки. Да, рифлы в массе это жесть. Так, ну что, Архимаг или ТЦ? Да, пофиг. Давай ТЦ. У него, а, у него... Давай, давай. Сел. А, отлично, хорош. Да я-то чё? Свитки взял. Построил рифлоп, выиграли. Так, ну что? Можешь экспанд поставить? Ну да. Или я его поставлю. Да ну, я тут. В принципе, да, я сейчас сюда и пойду. Что прикрывает? Да, господин. Ты еще не видел легко. Меня в бою. У меня два свитка. Да ладно. Так. У меня столбрекеров чуть не очень много. Давай убиваем здание, не лезем. Да я как бы особо и не лезу, просто. Просто спокойненько так, штампуем здание. Подошел огреб. Так, вот он. Ну, подошел огреб, свиточек взял. Болтик есть. Пятый МК есть. Так, здесь нет. Все спокойненько. Ну, там он и так умер, да? Хорош. МК танкует, но он уже может. Да. Давай чуть вперед пройдем, потому что там часть армии не дерется. Угу. Давай вот так чуть сделаем шаг. Прошел, прошел. Все, МК отскочил. Кидаем болт. Очередной звонок, который своей целью имеет только меня отвлечь. МК прочитал свиток, отскочил. Даже я хочу крит посмотреть. 300. Ровно. Блэйд, давай. Бдыщ. Эх, не успел. Я только за хекс. А нет, успел. О, первый раз. Видел я на первом месте. Ну... Да, да, фух. Наконец-то. Наконец-то. Законтролил. На все нормально, да. Ниши на комп... Ну вот видишь, на позитивной ноте. Да, на позитивной ноте мы ставим точку. В принципе, довольно интересные игры получились. Опять же, разные герои. Сильнейшие затупы. Ну как без этого трудно. Ну да, да, зато интересно было смотреть. Видишь, кого-то посмешили. Ну да, кому-то было забавно смотреть собрание моих футменов. По сути, провально у нас была эта предыдущая игра, все остальное нормально. Вот, я считаю. Ну и с маркирами там как-то странно получилось. За компанию. Да, я там фигня там. Просто надо было чуть-чуть затянуть. Видишь, если бы я видел, что у тебя тир 3, да? Ну, даже можно было, знаешь, отдать половину моих зданий, сделать ТП к тебе, да? Угу. То есть заставить их как бы зайти внутрь моей базы и самим напасть вот так вот, чтобы у нас позиция была как бы запереть их, понимаешь? Да. А не так, видишь, просто у тебя очень много там мортир было, пространства мало. Да не, должны были говорить. Да мне понравилось, как мы там сыграли, кроме последней битвы. Ну, бывает, чуть не повезло там с таймингом и все такое. В конце концов, вот... да, мы ж не на корову. Да, но это тогда будет вообще идеально, так сказать, сыграно было. А вот
предыдущая игра, это да. Ну, бывает, не да. Блин, то. Ну что, на этой радостной ноте мы говорим всем пока. Пух, тебе спасибо, как всегда. Тебе спасибо большое. Тащил. Без тебя 4, сколько там, 5 игр уже точно не выиграли бы. Ну давай, до встречи. И всем, да, всем пока. Давай. Друзья, ну и как я уже сказал, следующий стрим у нас под большим вопросом, что касается времени его выхода, потому что я переезжаю, и теперь непонятно, когда я проведу достаточно нормальный интернет, насколько быстро я это сделаю, но в любом случае мы, конечно, с вами еще не раз увидимся на просторах goodgame.ru. Играйте в Warcraft, слушайтесь маму, зарабатывайте много денег и бросайте курить. Вот эти 5 пунктов обеспечат вам попадание в топ мирового селебрити. Пока!